Привет, друзья! Вы смотрите канал Владимира Милова. Это, собственно, я и есть. Я очень рад вас всех видеть. Мы давно не виделись. Я в целом так на последние пару недель пропал с экранов радаров, потому что я очень много ездил по Европе. У меня вот было 5 городов за 10 дней. И много очень всякой нагрузки. Просто не было времени что-то комментировать и тем более выходить в эфиры. Но я возвращаюсь и очень рад, что вот... У нас есть возможность провести этот ежемесячный стрим, где я отвечаю на вопросы спонсоров нашего канала. Такое выдалось окошко, потому что завтра у меня опять самолет в 6 утра. Покой нам только снится. Но, тем не менее, много всего важного происходило. Я вижу там, что наши зрители просто одолевают вопросами и просят все это прокомментировать. Я, конечно, расскажу про вот эту встречу российской оппозиции в Брюсселе, в Европейском парламенте, которая прошла 5-6 июня. Я там тоже был и выступал. И много в целом всяких разных событий происходит. Например, вот сегодня у нас вышла очередная экономическая сводка с Майклом Наки на его канале, которую мы немножко затянули, потому что вот тоже меня просто не было и не было возможности это видео снять. Но как только, так сразу. И вот там уже даже вдогонку, вы знаете, там те, кто нас постоянно смотрит, что у нас там такой саспенс и интрига. Мы с Наки поспорили, достигнет ли рубль величины в 100 рублей за доллар в этом году. И вот он так... потихонечку, значит, криповатенько так движется к этой цели. Сегодня он взял планку 84 рубля за доллар. Мы там тоже говорим с Наки о курсе, об инфляции и в целом о перспективе экономики. Там интересная такая ситуация, потому что у властей как бы вроде неплохая статистика выходит в последнее время. Но у этого всего есть совершенно другая оборотная сторона, которую они говорить не любят. Ну а мы вот... все это бревно в лесу переворачиваем, значит, и те, кто там под корягой прячется, достаем наружу и показываем вам. Так что смотрите сводку с Наки. Ну и в целом много событий разных важных происходит. Я, наверное, подробнее выскажусь об украинском контрнаступлении, которое сейчас в центре внимания. Чуть позже, ближе к концу месяца, вы знаете, что у меня такие ежемесячные итоговые стримы на Навальный Лайв. Сейчас пока мало что понятно, и все это покрыто туманом войны. По понятным причинам украинская сторона не очень подробно комментирует ход контрнаступления. По понятным причинам нельзя верить ничему, что говорит российская Минобороны. И таким образом реальной информации не очень много. Единственное, что мы понимаем, что там, неудивительно, что украинской стороны заметные потери, потому что они... сейчас пытаются прорвать подготовленную и эшелонированную оборону. Совершенно ясно, что потери, к сожалению, здесь будут. Но, тем не менее, есть вот и новости об освобождении отдельных населенных пунктов украинской армии. Это значит, что где-то, причем это буквально вот в первые дни после того, как активное контрнаступление началось. И это говорит о том, что вот там вы видели многие эти фото из Благодатного и... других населенных пунктов, которые были украинцами освобождены. Это говорит о том, что, в принципе, даже вот в первые дни у них оказалось возможным прорывать путинскую оборону достаточно серьезным образом. Это далеко не единичные прорывы и освобождение там, сел, деревень и других населенных пунктов. Поэтому будем смотреть за этим. Пока я всех бы предостерег от того, чтобы делать какие-то скоропалительные выводы, потому что это контрнаступление надолго. Мы здесь с вами обсуждали, в том числе на прошлом стриме месячной давности, что вот это время, последние там месяцев 7, Путин очень активно использовал для того, чтобы строить оборонительные сооружения, минировать оккупированные территории на линии соприкосновения. Поэтому, конечно, вооруженным силам Украины наступать тяжело и будет дальше непросто. Но, тем не менее, мы видим, что
уже есть прорывы и хорошие новости. Там Бахмут, скажем, Путин и Вагнер брали почти год, а вот украинцы уже практически в первые дни начали часть территории себе возвращать, хотя и не без потерь. Будем следить за этим. Еще раз просто всех призвал бы воздержаться от каких-то скоропалительных оценок. Сейчас время дать военным возможность делать свою работу. Конечно, поговорим и о подрыве Каховской ГЭС. Уверен, что есть и вопросы ваши на эту тему. Сегодня я напоминаю, что у нас стрим в основном предназначен для того, чтобы я отвечал на ваши вопросы, прежде всего на вопросы спонсоров нашего канала. Если я буду отвечать на все вообще, то мы здесь с вами не то что до утра будем сидеть, а я думаю, что мы за неделю не уложимся, пойдем на рекорд Гиннесса, поэтому, к сожалению, мне надо дальше идти, ехать, работать, и я могу вот только выделить сейчас несколько часов для ответов на вопросы. Но, как правило, я хочу сказать вам, чтобы вы не расстраивались, если вы не смогли задать вопрос, то, как правило, вся наша выборка, она освещает, в принципе, все, что в последнее время происходило. Хотя, чтобы иметь такую возможность, записывайтесь в спонсоры нашего канала. Я еще раз напомню, что у нас канал не коммерческий, я не занимаюсь здесь в эфире интеграцией, не буду вам рассказывать про стиральный порошок, который лучший в мире, вам надо обязательно его купить. Поэтому, чтобы вот иметь возможность выпускать эти эфиры и наши видео, подписывайтесь на спонсорство. Мы очень благодарны всем, кто нас финансово поддерживает. И будем давать им разные бонусы, не только возможность задать вопрос. Ну и там вот есть, нажмите на кнопку спонсорства, и там вам объяснят про уровни спонсорские, которые дают там разные свои дополнительные бонусы. И вот один из них, это то, что я сейчас буду несколько часов сидеть, отвечать на ваши вопросы. Ну и много, конечно, было очень вопросов. Я сам хотел рассказать про то, вот, что происходило с российской оппозицией в Брюсселе. Давайте, может быть, мы с этого и начнем и подробно поговорим про брюссельскую встречу. Я напомню, что 5-6 июня в Европейском парламенте прошло такое мероприятие, которое называлось «Брюссельский диалог». И организовали его представители Европейского парламента. Там у них есть целая депутатская группа. Она неформальная, но очень активная. Friends of European Russia. Друзья Европейской демократической России. И вот там, лидер этой группы и организатор этого форума – это большой друг свободной России и бывший премьер Литовской республики Андрис Кубилиус. Сейчас несколько слов я отдельно о нем скажу. У него давно была такая идея собрать вместе широкий круг представителей российской не только оппозиции, но и в целом независимой гражданской общественности, журналистов, чтобы, с одной стороны, показать вот эту объемную картинку, что нормальная Россия здорового человека существует. И это не просто какие-то несколько отдельных маргинальных персонажей, а это люди с большим политическим и общественным багажом, у которых большая аудитория в России, они занимаются важными делами, ориентированные в будущее нашей страны. И вот такой срез европейцам дать. Кстати, вот забегая вперед, хочу сказать, что европейцы очень впечатлены именно вот этим сборищем всем таким, где можно было посмотреть на разных русских, которые занимаются совершенно разными вещами, и вовсе не только политикой. Потому что все привыкли к какому-то вот этой магии такой 2-3 имен, ну, может, 4-5, да. А оказывается, что на самом деле свободных россиян, которые много чего стоят и много чего могут, и постоянно работают на лучшее будущее нашей страны, их много. Вот там в зале это было видно, это было очень здорово. И второе, что там присутствовало руководство Европейского Союза и Еврокомиссии, Европарламента. Специально пришла выступить вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, которая произнесла очень важную речь. Вы можете посмотреть и увидеть, там часть трансляции Европарламент выложил. Там, если кто хочет, могу кинуть ссылку, пишите мне в личку. Но у них там это, правда, не ютубное. Мы выложим как-то это на ютубе, у них какая-то хитрая своя система. Но там вот есть, значит, ссылочка на сайте, можно нажать кнопочку и посмотреть. Вера Юрова произнесла очень-очень важную речь от лица Европейской комиссии. Вы знаете, что мы все сталкиваемся сегодня с вот этой проблемой и попыткой закенселить всех свободных россиян.
смешать их с грязью, дерьмом, с Путиным, сказать, что там русские все одинаковые, они ничем от Путина не отличаются. И было очень важно услышать от руководства Европейской комиссии, что мы вас видим, слышим, знаем, мы вас поддерживаем, мы готовы с вами сотрудничать и напрямую вести с вами диалог. И мы видим Россию не путинской Россией, а мы считаем, что вы есть вот настоящие представители российского народа, которые хотят своей стране лучшего будущего, а не тянут ее в прошлое. Это было очень здорово услышать. Я с ними общаюсь и все это знаю. Ну, во-первых, это была такая официальная сцена. Во-вторых, там было очень много людей, вот, которые там, приехали по визе, например, не бывали вот так вот в Европе, в Европарламенте. Либо вообще там, либо давно. Которые не часто вот участвуют в таких собраниях с западными руководителями высокого уровня, и для них это было очень важно, очень обнадеживающе все это услышать. Вот, и в целом, поэтому я считаю, что это была очень полезная встреча. От нее, правда, были какие-то там многие странные ожидания, то есть, с одной стороны, они были завышены у ряда людей, то есть, кто-то думал, что там прямо оппозиция создаст какую-то вот объединенную демократическую КПСС, как мы здесь с вами часто обсуждаем, а кто-то ждал, что там прям начнут раздавать паспорта хороших русских, прям там вот будут пусть сидеть и, значит, выписывать их, это дело, да. Но ни для чего такого это не предназначалось. Еще раз повторю, что цель вот этой брюссельской встречи была, с одной стороны, вот показать руководству Евросоюза самый широкий спектр российской независимой общественности, что это вот другая нормальная страна России здорового человека, и показать свободным россиянам, что их ценят и поддерживают на самом высоком уровне в Европейском Союзе. И вот в этом смысле это все получилось хорошо. Я хочу сказать, что вот я, как человек, который... Это не является достоинством, это скорее недостаток. Я такой ветеран вот, участия во всяких разных объединительных конгрессах российской оппозиции с большим стажем. И могу сказать, что вот это конкретное мероприятие, оно было очень хорошего качества, потому что там не было каких-то там прений, срачей. При том, что там были вот достаточно разные взгляды на многие вещи. И то, что вот там ряд людей говорил, мне совершенно не нравилось. Ну, например, у нас есть такая манера дурацкая у некоторых вот людей. Они начинают нападать, значит, на всех и говорить: вот вы там, российская оппозиция, вы должны вот сначала определиться, вы типа поддерживаете Украину или не поддерживаете. Ну, это дурацкая постановка вопроса абсолютно, потому что у нас все поддерживают Украину. Здесь как бы не о чем спорить. Это просто выдуманная, высосанная из пальца тема, значит, вот чтобы подать там себя, да. Вот, или вы там не умеете разговаривать с российской аудиторией. Да все мы умеем, нормально мы разговариваем, и у нас неплохо получается. Поэтому были там такие вот какие-то моменты, но с другой стороны, это все выглядело довольно конструктивно, без каких-то персональных разборок и нападок. Вообще, мне кажется, что на российскую сторону там положительно подействовали вот эти стены Европарламента. Действительно, очень прикольно. Ты вот сидишь там, что в президиуме, что там в зале. Там же это вот конкретные залы для голосований. Там такие вот эти все машинки для голосования, где, знаете, как в банкомате, знаете, там такая вот красненькая, желтенькая, зелененькая кнопочки, значит, против, воздержался, за, да. И вот когда ты пальчики туда засовываешь голосовать, там такая сверху, значит, крышечка, чтобы было не видно, каким пальчиком ты что нажал. Очень все по-хитрому, по уму там сделано. То есть вот это реально выглядело как вот будущая парламентская республика, как у нас многие любят мечтать, когда мы действительно там разные, не соглашаемся друг с другом. Я уже говорил, что у Европейского Союза официальный слоган «United in diversity» – «Единый в многообразии». Да? И это очень так прикольно выглядело. То есть вроде люди разные, вроде они проразные, и даже есть разногласия, но как бы в целом уважительная, конструктивная дискуссия, и как-то никто там локтями друг друга не расталкивал. А были другие какие-то ожидания от этой брюссельской встречи, что там будет кто-то пытаться, значит, всех затащить в какую-то единую демократическую КПСС. Знаете, наверняка там какие-то были люди, которые хотели бы вот этого, но это даже и не планировалось.
И ничего такого, соответственно, не обсуждалось. Поэтому это, мне кажется, такой какой-то гипертрофированный взгляд на ситуацию. И я рад, что там поучаствовал. Я думаю, что такой диалог продолжится. Все прошло, вот как бы я сказал так, по формуле Милова, да, что нам нужна координация и взаимодействие с разными оппозиционными силами, но нам не нужно искусственно друг друга затаскивать в какие-то единые координирующие структуры. И в этом смысле получилось хорошо. Я сразу хотел бы ответить людям, которые критикуют все это с той точки зрения, что типа, а что вы там собрались, ну и что, значит, опять одна говорильня, и зачем это все нужно? Вообще, вот, например, если вы посмотрите, скажем, на выделение Украине западной военной помощи и поставки вооружений, которыми сейчас украинская армия и ведет контрнаступление и пытается освободить свои оккупированные территории. Как вы думаете, где принимается решение о выделении Украине оружия и помощи? Они принимаются вот на таких вот форумах, которые вы называете говорильней. И мы знаем прекрасно и много здесь обсуждаем, что есть очень большая надежда на то, что, например, Европейский Союз и другие демократические страны будут больше помогать российской оппозиции для того, чтобы она влияла на политическую обстановку внутри России, изменяла общественное мнение. И вот этот форум был крайне полезным. То есть они посмотрели и увидели, да, вот этим помогать стоит. Они что-то могут, они что-то сделают. В этом смысле, я думаю, что этот форум был очень хороший практический результат. Вот вы видите там всякие QR-коды сбоку от меня. Да? Это чтобы я не говорил вам всякую рекламу своим голосом, да, вы можете нас спонсировать для того, чтобы у нас были финансовые возможности продолжать вещание. Поэтому огромное спасибо всем, кто это делает. И я отвечаю здесь на ваши вопросы. Ну вот, возвращаясь к брюссельскому форуму, конечно, это абсолютно неправильно принижать вот такого уровня политические встречи и серьезный разговор. То есть это был, вот, на мой взгляд, самый на сегодня как бы важный и крупный ивент, где встретились вот широкий спектр российских оппозиционных и независимых кругов и самый высокий уровень руководства Евросоюза. Ну, там не было вот руководителей непосредственных, типа Урсулы фон дер Ляйен или Шарля Мишеля. Но еще раз повторю, что вот Вера Юрова – это вице-президент Еврокомиссии, который в том числе отвечает за ценности и политику по развитию демократических институтов. Важный чиновник из брюссельской обоймы, которая пришла и официально сказала, что да, мы с вами, мы поддерживаем свободных россиян, которые борются против Путина, против войны. Это все было очень важно, и у этого будет продолжение, я вам, конечно, расскажу. Несколько моментов, конечно, там не все было так здорово, и о которых стоит сказать отдельно. Я вижу, что много мне высказывают претензии, поскольку я близок к организаторам этого форума и к Андресу Кубилесу. И, конечно, мы обсуждали предварительно с ними там и повестку, и они советовались с нами. Много претензий, что там было очень... Это как бы плюс в том, что там было очень много вот таких свободных, независимых, общественных, гроссрутных движений и молодых лиц на форуме, но им не очень много давали микрофон. Давали, но доминировали, конечно, вот такие классические оппозиционные такие дяди, белые цисгендерные мужчины, как сейчас это принято говорить. Есть такая проблема. Я думаю, что это все, это было не злонамеренно сделано, это шло из того, что изначально эта встреча строилась как политический диалог. Российские политики, европейские политики. Но потом к ней возник такой большой интерес, что вот пригласили и выразили желание участвовать очень много вот этих вот даже не политических движений, которые в итоге, то есть программа уже к какому-то моменту сложилась концептуально, и там в итоге получилось кому-то из них дать слово, но в целом представительство было не очень равным. Это плохо. И там все это понимают, я уже говорил тоже с организаторами, поэтому когда будет еще одна такая встреча, то есть выводы, я думаю, будут сделаны, и нас там, старых, значит, демократических дядь, можно будет чуть-чуть задвинуть куда-то, убрать со сцены, дать дорогу
молодым и перспективным. Я, кстати, очень рад, что там было вот много прям ярких таких людей. Я европейцам все время показывал. Вот смотрите, вот это вот будущее России, это те люди, которые будут строить вот ту самую прекрасную демократическую Россию будущего. Это одна проблема. Вторая проблема, ходим по тонкому льду, значит, чтобы никого не обидеть. Понимаете, у нас есть вот такая как бы градация, да, что вот если вы посмотрите, кто наиболее оптимистичен по поводу того, есть ли у нашей страны демократическое будущее, это вообще люди, которые сидят сейчас в тюрьме, то есть наши политзеки. Многие из вас с ними переписываются, и это очень правильно, обязательно пишите политзаключенным. Вообще такая база как бы вот для формирования видения будущего страны и для подзарядки, потому что, как ни странно, они оттуда нам шлют очень позитивные месседжи веры в нормальное, здоровое будущее России. Дальше вот политики, которые на свободе, но ведут политическую деятельность, они как бы более осторожно высказываются. У них в целом тоже большой оптимизм по поводу российского общества. Далее вот многие общественные движения, правозащитники, которые работают с людьми и с конкретными кейсами, у них, конечно, больше тревоги и конкретных там проблем и тяжелых ситуаций, но в целом они настроены тоже таким рабочим образом и смотрят в будущее. Все становится гораздо хуже, когда вы двигаетесь от этих категорий в сторону свободных экспертов, комментаторов и журналистов. Вот особенно как бы последних, да? Вот чем дальше от политиков и ближе к экспертам и журналистам, тем начинается вот это все вечное вытье, значит, не стоит лягушек там, что типа все у нас все плохо, никогда ничего не будет, у нас единственная надежда это Мишустин какой-нибудь там сраный или что-нибудь еще такое, да, и все общество у нас не такое, и люди у нас не такие, и вот, ну, короче говоря, вот друзья. Ну, сколько можно петь эту дурацкую песню? Ну, это просто вот... Причем вам сидишь, раскладываешь с фактами, там, посмотрите хотя бы мое выступление, да, объясняешь, что там есть за что бороться, там есть жизнь, там не все так плохо, там огромное количество людей против Путина, против войны, против беззакония, хотят видеть совсем другую Россию, то есть есть с чем работать. Нет, начинается вот это все такая... коллективная выученная беспомощность. Мне это откровенно надоело. Просто до чертей собачьих, я вам хочу сказать. Я вот, ну, не хочу я это все слушать, всю эту песню, да. Вот. И когда я вижу некоторые публикации вот от журналистов, которые там были, понимаете, вот они разговаривают об оппозиции, как будто это какие-то двухлетние дети, которые писать еще сами не умеют. Я ж даже там не говорю про что-то более серьезное, да. Ну, так нельзя писать. Уважаемые товарищи журналисты, вот хорошо, вот уберите меня из уравнения. Вот представьте, меня лично там не было. Ну, люди, которые там собрались, это герои. Вот просто настоящие герои. Которые бросают вызов путинскому режиму ценой огромных рисков. И даже за границей до них дотягивается вот эта вот костлявая КГБшная рука. Я думаю, что вы слышали про историю про возобновившееся отравление. Там, да, отдельно, чуть позже, мы не сегодня к этому вернемся, но там, я думаю, будет много новой информации. Поэтому вот это вот начинается, когда там, вы там все тут в безопасности, вы уже каждую подушку в гостиничном номере начинаешь там ощупывать, да. Это такая вот, значит, вечная молодость. Такая у нас безопасность сегодня во всех этих, как некоторые пишут, там, вы там сидите в парижских кафе, да, ну вот, жизнь, она в итоге расставит все по местам. Ну так вот, просто я хочу сказать, что я еще раз, я вспоминаю 80-е годы, когда абсолютно никто этого не ожидал, но движение за свободу и против коммунистического режима оказалось очень успешным. И, конечно, пресса вела себя совсем не так. Она вела себя совсем не так. Она критиковала оппозицию много. И даже высмеивала там. И даже того же Бориса Ельцина и много еще кого из оппозиционных политиков и деятелей. Но это было вот потом. А сначала она говорила о них с большим уважением. Как о мужественных людях, которые решились бросить вызов диктатуре Компартии. Да, и это вот шло первым.
потом шла вот эта вот вся там. Добавить чего-то, значит, остренького, чтобы читатели читали. Ну, нельзя так. То есть, вот, мне кажется, что у нас очень четко вот по этой встрече было видно, где у нас кристаллизуется вот тот сегмент говорунов, от которых идет какой-то адский пессимизм все время, ненужный, лишний пессимизм. Часто пессимизм, превышающий вот какие-то реальные основы и так далее. То есть, вот прям было видно, вот, все очень четко делились по вот профессиональным группам, кто работает с людьми, вот у всех у них так или иначе есть какие-то основания, даже если не для оптимизма, то для надежды. А у всех, кто работает вот ртом на микрофон или, значит, пальцами по клавиатуре, вот любят петь вот эту песню, что все плохо, надо прям сразу себя заколотить в гроб там и ничего никогда не будет. Ну, заколотите и отстаньте от нас и дайте возможность работать спокойно тем, кто хочет и может это делать, потому что очень это сбивает градус, когда есть несколько, например, реалистичных выступлений, которые говорят о том, что в России все совсем не потеряно, и мы можем вернуть ее обратно на дорогу цивилизации, сделать ее демократически. Вот 2, 3, 4 таких выступления с разными оттенками, может, даже там не во всем между собой согласуешься. Потом выступает такой пятый, значит, человек, а я вот тут с позиции премудрого пискаря хочу вам сказать, что все это херня, ничего этого не будет, поддержки в обществе у вас нет, а придет какой-нибудь Мишустин и будет все то же самое по-прежнему. Да? И европейцы-то не знают. Ну, то есть они, конечно, они следят, они там... Они примерно понимают, кого правильно слушать, да? Ну, то есть, вот одним таким спичем, где единственная вот задача самопокрасоваться, вы просто сбиваете, значит, весь серьезный разговор, который шел до этого. Ну, меня это очень расстраивает, хотя, ну, еще раз повторю, что в целом уровень дискуссии был очень приемлемый. И, конечно, когда у нас будет в будущей свободной России парламент, ну вот да, будут там разные точки зрения, еще и не такие. Вот, там какие-нибудь будут империалисты, реваншисты, будем собачиться с ними. Поэтому в этом смысле в Брюсселе все было не так плохо. Я бы сказал, очень достойно. То есть это вот лучший такой, вот наш соведущий Люцик, тут он как-то раздумывает проникнуть ему в эфир. Пока вы видите только одну часть его тела, пишите в комментариях, чем это вам кажется. Так вот, собственно говоря, в целом уровень дискуссии был нормальный. Но меня, я просто лично, поскольку переживаю за это все, и за будущее России, понятное дело, но меня все это вот умствование и самолюбование на теме «все всегда будет плохо», ну, меня просто это очень расстраивает. Я думаю, вы сами можете догадаться, о ком я говорю. Здесь даже вот нечего там, нечего здесь обсуждать. Вот, там, кстати, был Алексей Арестович, и он, я, к сожалению, вышел, не слышал его выступления, потому что меня там разодрали все журналисты и депутаты по разным там разговорам, но я слышал, что там, во-первых, он очень позитивно выступил и сказал, что у России есть шанс стать свободной, и что нам надо всем для этого работать. Люцик, иди уже сюда, да? Вот, и, а во-вторых, его, конечно, аудитория абсолютно экстатически встречала просто. Честно сказать, что я вот не помню даже в 90-е годы, когда в Россию приезжал Майкл Джексон, чтобы его так встречали фанаты Майкла Джексона. Поэтому это, конечно, такое зрелище очень любопытное, да. Но, тем не менее, вот он приехал, выступил. Ну и много мне задают вопросов, и там задавали про отсутствие там коллег по фонду борьбы с коррупцией. Я уже это комментировал, и в целом я понимаю мотивацию коллег, что так много, во-первых, было неудачных всех этих объединительных процессов в прошлые годы, у этого процесса плохая репутация. Понятно, что коллеги по ФБК хотят на это сначала посмотреть и убедиться, вот, что там происходит, там, имеет ли смысл и так далее. Да. Еще такой момент, что на ФБК было очень много атак в последнее время, и атак несправедливых, поэтому я вот
предлагаю неформально, да, там вот, например, на встрече, которую организовал Михаил Ходорковский в Берлине в апреле, там приняли декларацию из 5 пунктов. У меня, честно говоря, вызревает такое неформальное предложение внести туда 6-й пункт, прекратить нападки на фонд борьбы с коррупцией. Просто прекратить. Вот просто вот так вот сделать и повесить здесь себе такую эту молнию застегивающуюся, да. Вот, и хочется что-то плохое сказать про ФБК, остановиться и не делать этого. Потому что, ну, а как вы думаете, вот когда на коллег идет столько нападок со всех сторон, а потом говорят, а вы вот с этими людьми, которые вас обсирают справа и слева, вот, значит, типа, сядьте и объединитесь. Ну, понятное дело, они это не хотят, да. Поэтому я этот скепсис понимаю, но я считаю, что лучше было бы поехать. Я вот поехал, и у меня ничего не отвалилось, ни лапы, ни хвост, там вроде все на месте, да. Все нормально прошло, спокойно. Мы спокойно поговорили и с тем же Ходорковским, там, и со многими. Есть о чем поговорить, есть какие-то проекты, общие там видения, интересы, там, и все такое. Я не вижу в этом абсолютно ничего такого. Вот. Но с другой стороны, можно коллег понять, надеюсь, что они в будущем к таким встречам присоединятся. И еще, мне кажется, очень важным, хотел еще раз сказать об Андрюсе Кубилисе, организаторе вот этого всего мероприятия. Это реально вот святой человек, на самом деле. Во-первых, он главный, на мой взгляд, и один из вот немногих, чуть ли не единственный такой политик крупного европейского ранга, бывший глава правительства страны и члены Евросоюза, который вот реально тянет эту идею, что Россия должна стать демократической, и мы должны ей в этом помочь. И за этим стоят не просто какие-то розовые фантазии, а глубокое понимание нашей страны и понимание того, что мы нормальные, русские нормальные, да, и что ничего такого фаталистского здесь нету, мы не какой-то там генетический народ-империалист, а можем быть свободной, мирной страной, уважающей законы, и можно будет нас больше не бояться. И на него, конечно, сыпется огромное количество вот этих всех ядовитых и критических стрел на Западе. Ну, вы все это знаете, да. Вот ему приходится, он публично, не так вот, как некоторые политики прячутся, типа мы за кулисами с вами ручку пожмем, а фоткаться не будем, да. А вот Андрюс Кубилиус, он берет на себя ответственность и говорит, я буду впрягаться, да, буду вот даже готов вашу критику слушать и терпеть все эти трудности, но я хочу видеть свободную демократическую Россию и буду над этим работать. И второе, что Кубилиус, вот они сами организовали, Европарламент сам организовал вот эту встречу российских оппозиционных и независимых кругов. Они вот лично связывались, уговаривали и обзванивали, значит, вот всех участников, и это было непросто, потому что многие вот начинали вставать в позу тоже и говорить, а мы вот, у нас вот такие условия здесь, сякие, ну, вы знаете нашу всю демократическую общественность, хорошо, да. И вот они все это выдержали, всех этих людей собрали, и это, конечно, заслуживает огромного уважения, поэтому я считаю, что не надо их расстраивать, людей вот в Европе, в демократическом мире, которые реально за нас, за свободных россиян бьются. И если они нас куда-то приглашают, чтобы вот мы поучаствовали в такой вот встрече реально очень серьезного, высокого уровня, то надо участвовать. Я считаю, что надо участвовать. И я участвовал, и я очень этому рад. Было хорошее, полезное, реальное мероприятие. Не то чтобы, то есть это как бы свет клином там не сошелся, и оно, конечно, не перевернет мир, поэтому я говорю, что ожидания были немного завышенными. Но Андрюс Кубилиус огромный молодец. Это важный шаг вперед в признании всего вот сообщества свободных россиян, и не только в эмиграции, на высшем уровне в Евросоюзе. И это важный шаг вперед в сотрудничестве с нами, в помощи российской политической и общественной эмиграции, антипутинской, антивоенной эмиграции. Поэтому это полезное мероприятие, которое было нужно. Оно состоялось, несмотря ни на что. Еще раз повторю, что каких-то там срачей, проблем там не было. Все было очень конструктивно, и никто никого не затягивал ни в какие там ненужные структуры. Так что вот мне кажется, что
Очень важно, что те, кто там поучаствовал, они поучаствовали, а те, кто нет, надеюсь, что в будущем подтянутся. Думаю, что будут еще на эту тему вопросы, и я к ним вернусь. Но вот еще несколько слов, которых я хотел сказать. И вот как раз, когда все это примерно проходило, вышел новый опрос Левада-центра по войне с Украиной, я еще раз делаю традиционный дисклеймер, что да, конечно, нельзя принимать за чистую монету все, что говорят социологи сегодня. Да, очень сложно вести социологию в условиях войны, но если разные социологические исследования показывают, что есть какой-то тренд в течение особенно там типа интервала по времени, да, не просто колебания, а есть устойчивый тренд, то значит тренд там есть. И вот мы видим из этого опроса Левады, это очень, очень четко следует. Покажите график, пожалуйста, что за почти 16 месяцев войны против Украины, ну, снижается поддержка. То есть это вот цифра твердой поддержки путинской войны, безоговорочной, поддерживаю без всяких условий. Потому что там, как из этого получается цифра там 70% или больше, к этому прибавляют тех, кто в основном поддерживает. Но если вы их начнете спрашивать, то в принципе все, что они отвечают, станет ясно, что они не понимают, нафига это надо. Но говорят, что Владимиру Владимировичу, значит, наверное, виднее. Да? Так вот, вы видите, что поддержка снижается, и это устойчивый тренд. Вот он на таком уровне был все последние месяцы. Конечно, надо делать больше и лучше. И я думаю, что у нас для этого будет много поводов, и экономические трудности, и то, что война затягивается, будет, надеюсь, успешное контрнаступление Украины и еще больше потерь у Путина. У нас будет много поводов разговаривать с российским народом. Надо продолжать это делать. Вот это то, чем мы с вами занимаемся. И огромное спасибо всем, кто... всем из вас, кто вносит в это вклад и разговаривает с людьми, и постит антивоенные плакаты и граффити на улицах наших российских городов. Кстати, хочу вам сказать обнадеживающую такую историю. Я тут разговаривал с одним западным дипломатом, вот буквально на днях, который говорит, я проехал последние месяцы так вот по России и много где чего посмотрел. И вот, говорит, такое общее впечатление, говорит этот западный дипломат, что нету нигде визуально на улицах российских городов никакой поддержки войны. Что гораздо меньше георгиевских ленточек, чем было, вот когда была крымская эйфория, практически их нету. Что нигде нету этих букв Z. Ну, может, где-то иногда можно встретить. Когда что-то можно встретить такое... ура, патриотической, посвященной войне, это всегда какие-то административно проплаченные плакаты или агитации, вот, связанные с администрациями. Какого-то энтузиазма у людей нет. Все эти киоски по набору добровольцев реально стоят пустые. Да, говорит, я понимаю, ты меня, говорит, не обманывал, могу это подтвердить. Все действительно в России так. Единственное, что, конечно, дипломат сказал, что как бы и... такой антивоенной массовой агитации не видно. Люди все-таки осторожно к этому относятся, но кое-где она есть. И заметить ее тоже можно. То есть в целом ситуация совершенно не такая, что вся страна бьется там в каком-то патриотическом угаре. Многие из вас, кто в России находится, это и так знают. Но поверьте, для вот западных как бы политиков и комментаторов это открытие. То есть там реально многие считают, что все прям в экстазе бьются и готовы помереть за Путина там и все такое. На самом деле, да. Поэтому приходится разубеждать и говорить, что да, Россия напугана и дезориентирована, но она не такая, как вам рассказывают всякие ястребы, значит, про вот этот генетический несуществующий русский империализм. Поэтому я еще раз должен извиниться перед всеми, кто... слал мне эти фотки с граффити в последнее время, я не успел запостить, у меня на свою голову попросил, но это правильно, это очень, очень меня радует. Обязательно запощу, у меня действительно было, и вот сейчас будет в ближайшее время еще много командировок, когда очень сложно вот на ходу там все это делать, и там работа текущая еще есть. Но я доберусь в какой-то момент и все сделаю, вот, и вы увидите, это будет такой грандиозный флешмоб
вся Россия выступает против войны. Я, кстати, отдельно хотел сказать огромное спасибо всем, кто выходил 4 июня в день рождения Алексея Навального в знак солидарности. Немного людей вышло, но вообще, честно говоря, вот удивительно, что в нынешней обстановке, когда можно получить там 15 лет за одно и тут же 15 лет за другое, да, тюремный срок, люди вообще выходят. Это надо обладать очень серьезным мужеством, и я надеюсь, что вот те, кто в том числе был задержан или составлены протоколы, избегут какой-то жестокой участи. Мы знаем, что очень жестокие люди у нас находятся у власти сегодня в стране. Кстати, завтра я-то улечу, а у меня на канале выйдет новое большое видео про Николая Патрушева, правую руку Путина. Посмотрите обязательно и показывайте своим знакомым и родственникам, которые топят за эту власть, просто такой психологический портрет, что за люди сегодня на высшем уровне принимают решения и руководят Россией. Не буду забегать вперед, я там собрал много всего интересного. Посмотрите, может быть, и таких вещей, которые вы не знали или не обращали внимания. Посмотрите, это реально. Патрушев сегодня это второй человек в государстве, безусловно, никакой не Мишустин и не Шойгу, да. Посмотрите, это тот человек, который шепчет в ухо Путину и, в общем, дает ему гайденс, что делать. А из его творчества очень четко следует, что это за человек. Вы, даже не будучи профессиональным там, психологом и психоаналитиком, сможете прям поставить диагноз. Посмотрите завтра видео и подписывайтесь на канал. Что еще я хотел сказать, пока мы не перешли к ответам на ваши вопросы. Вот уже 40 минут наговорил, а ни одного вопроса еще не ответил, но сейчас я все компенсирую. Берлускони помер вчера. Сильвио Берлускони, многолетний премьер-министр Италии, дружок Путина. Самый частый комментарий в российском сегменте интернета: опять не тот дед. Берлускони был много лет, 86, и он был тяжело болен в последнее время. Я, кстати, вот за несколько дней до смерти разговаривал с итальянцами там на одном из форумов, и они сказали, прям ему очень плохо, и мы считаем, что там типа 99%, что в этот раз таки помрет. Надо сказать, что Берлускони сыграл невероятно зловещую роль вот в становлении путинизма как явления, в наступлении автократии на демократический миропорядок, в ослаблении демократического миропорядка, вот этим своим желанием как бы продаться автократам. Помните, и даже я часто освещал это в наших видео, и там есть тут много эпизодов, когда Берлускони пытается журналистам заткнуть рот на совместные пресс-сухи с Путиным, когда они задают Путину какой-то неудобный вопрос или Берлускони неудобный вопрос о Путине. В начале нулевых годов, вот вы знаете, что у нас на канале выходит исторический цикл про 2000-е годы и как вот мы допустили становление путинизма. И я вот подробно рассказывал, что в начале нулевых годов был целый ряд международных лидеров западных стран. Вот в частности, в «Большой семерке» у Путина было два таких шпиона – Шрёдер и Берлускони, которые занимались его отмывкой и нормализацией. И всем говорили, ничего страшного с Путиным там не происходит, все эти права человека – это все ерунда, нам надо с ним дружить, обниматься там и так далее. Поэтому вот, когда вы спрашиваете, как так получилось, что Путин так вот усилился, оборзел, и в том числе посчитал, что он может наступать ногой и плевать на суверенитет соседних стран, прежде всего Украины, это вот такие люди его убедили в этом. Что, понимаете, когда у тебя в кармане пара лидеров «Большой семерки», ну, это убеждает тебя, что все западные политики продажные, никчемные, на них можно просто махнуть рукой и делать, творить там любой беспредел, который ты хочешь. Берлускони лично во всем этом виноват и лично несет за это ответственность. Да, в том числе и за становление путинизма и превращение его в кровожадную диктатуру, угрожающую всему миру. Да, в том числе и за войну в Украине. Было одно из последних вот интервью прошлогоднее, стыдное и позорное, где Берлускони говорил, что Зеленский плохой человек, и что это он сам виноват, что на Украину напали. Ну,
Поэтому что здесь можно сказать? Там, вы знаете все эти фразы, значит, как и что можно говорить о мертвых. Поэтому воздержимся. Но, в принципе, свою оценку всему этому делу я отдал. Вот, и как бы не могу пройти мимо, да, как у Генри было, как мальчишка в Нью-Йорке там кидается банановой кожурой в тюфяка из провинции, который попал в Нью-Йорк и застыл с открытым ртом. Он говорит, не хочется, но нельзя упускать такой случай. Вы знаете, что я вот уже, мы почти 4 года скоро как запустили наш канал, и я вот поначалу особенно очень много комментировал историю с Брекзитом и выходом Британии из Евросоюза. И сейчас, конечно, все это просто пошло в сторону коллапса полного. Ну, то есть было очевидно, что это идиотизм. Уходить из общего рынка, уходить из единого пространства передвижения. И это была в чистом виде авантюра правых популистов. И все просто начинает рушиться у них на глазах. То есть главный драйвер Брекзита Борис Джонсон тут подал в отставку с кресла депутата парламента. Потому что его прищучили там за многие расследования. То есть он, видимо, такое ощущение, что будет уходить из политики. И социологические опросы в Британии твердо показывают все последние месяцы этого года, что 2/3 британцев примерно хотят снова вступить в Евросоюз. Вот такой вот результат. 7 лет назад был референдум. И, как говорится, вот как говорили жители Белгородской области после рейдов РДК туда, за что боролись, на то и напоролись. Более 60%, да, вот этот график, более 60%, это свежие опросы, они не меняются. Единственное, что в целом доля тех, кто хочет вернуться в Евросоюз, она продолжает расти. А вот, например, опрос британцев, как вы считаете, как повлиял Brexit на цены на продукты, например, стало лучше или хуже, да? Вот, ну, видите, здесь, как бы, что здесь комментировать? Короче говоря, вот, бачили очи, що купували, да, як кажуть наши украинские друзья. В общем, это была просто, никогда не повторяйте таких авантюр. Брекзит был таким самым ярким примером вот этой вот красивой наживки, которую бросили людям правые популисты, который в итоге оказался чистой авантюрой. Все, что говорят вам правые, все, что говорят вам любые правые популисты, хоть в Британии, хоть в Европе, хоть в Америке, хоть в России, даже под красивыми лозунгами там, защиты русских и так далее, все, что говорят вам правые популисты, это ложь и авантюра. Никогда это не слушайте, потому что Brexit оказался для Британии катастрофой. Страна скатывается на периферию ускоренными темпами, и там другие публикации, можете их сами найти. Я там скрины не подготовил на эту тему, но то, что финансовые круги стремительно бегут из Лондона и выбирают другие площадки, потому что Британия благодаря Брекзиту попала в такую усиливающуюся изоляцию. Очень важно все время возвращаться к тому, что говорилось раньше, и вот проводить такой факт-чек. Я много все эти годы на своем канале говорю о Брекзите как примере глупости, вреде деглобализации и, соответственно, пользе обратного процесса политической и экономической интеграции свободного мира. Да. Вот жизнь подтверждает это дело. Теперь уж сами британцы, как они экстатически праздновали, там, митинговали с этими флажками, там, мы вернули себе страну. Сколько у нас дураков комментировало все это дело, что а вот молодцы британцы, значит, освободились от брюссельской бюрократии. Теперь выясняется, что брюссельская бюрократия — это миф, а ЕС — это общий рынок, единое свободное демократическое пространство закона, передвижения, инвестиций, и нельзя оттуда уходить. Туда надо стремиться. Поэтому, но, честно говоря, я думаю, что Евросоюз-то только приобретет, потому что к ним вступит скоро Украина, так или иначе в обозримом будущем это произойдет, и они очень много приобретут в связи с этим. А Британия, ну вот очень важно, как говорится, здесь учиться на чужих ошибках. Вот втянулась в авантюру, вот сама сейчас жалеет об этом. Считал важным это все проговорить. Так, я доклад закончил, и сейчас мы с вами ответим на ваши вопросы, которых у нас аж
59 штук. Мы закрыли прием же, правильно? Да. 59 это еще немного, но надеюсь, что мы уложимся в какое-то разумное время. И я сразу вынужден напомнить, что у нас правило один кусок хозяйственного мыла в одни руки. От одного зрителя я отвечаю на один вопрос, потому что мне присылали просто не по 10-15 вопросов. Там нет, друзья, это такое. Я понимаю, что вам интересно все, но давайте вот выбирайте, пожалуйста, самое важное, что вы хотите услышать, и мы вот на это здесь, я на это отвечу, да. Но мы просто, я не могу дискриминировать других зрителей за счет того, кто решил задать 15 вопросов. Знаете, как вот в очереди, когда народ сидит часами, подходит кто-то и говорит, а мне только спросить, да. Вот, ну и сразу ловят на себе соответствующие взгляды, поэтому давайте здесь будем уважать друг друга. Дмитрий Билан. Меры по поддержке российских беженцев. Нужны визы, разрешения на работу. Прошу поднять этот вопрос, как один из главных на встречах с западными политиками. Мы постоянно поднимаем его, Дмитрий, поверьте, и там есть решение. Единственное, что об этом очень сложно говорить вслух. Потому что если вот какая-то страна объявит, или мы там побежим объявлять, что вот дали несколько тысяч виз там россиянам, ну их сразу оппозиция, это же демократические страны. Вопрос миграции суперчувствительный. Если кто-то скажет, мы вот решили тут привезти 3000 русских, да. Ну тут приходит такая оппозиция, говорит, так, вы что, с ума сошли что ли, и так далее, да. Поэтому очень джентл с этим вопросом. Поверьте, вот все мои поездки, я обсуждаю этот вопрос один из первых и самых важных. И здесь подвижки будут. Но это такое дело, что здесь, знаете, вот никто не выйдет и не скажет, все, мы берем всех русских и всем даем визы. Нет, будут, конечно, определенные сложности, но барьеры будут сниматься. Вот над этим мы работаем. Эдуард, здравствуйте, Владимир. Не показалось ли вам, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кылычдароглу своими высказываниями о введении самых жестких санкций против России слил второй тур голосования, испугав турецких бизнесменов, зависящих от бизнеса с Россией? Есть ли вероятность, что кандидат был марионеточным для создания ощущения самой настоящей борьбы? Смотрите, я подробно комментировал весь расклад вокруг турецких выборов вот в последнем стриме на Навальный Лайв, который был 28 мая. И всю диспозицию там рассказывал. Я думаю, что ни одно из ваших утверждений не является верным. А по поводу санкций. Было понятно, что оппозиция турецкая введет санкции против России. Это было понятно. Здесь не было вопроса. Вот видите, у меня соведущий пытается как-то все-таки войти в кадр, но... Но что-то не решается, может быть, вам имеет смысл его активнее позвать. Нет, говорит, идите вы все к чертовой матери, неинтересно вас тут. Смотрите, это было известно давно, что оппозиция присоединится к санкциям против России. Турецкая оппозиция строит свою платформу на ценностной основе. Не на том, что мы сейчас тут вот кому-то обманем, что-то пообещаем там и так далее. Они начали это делать в отчаянии между первым и вторым туром, но... В принципе, они строили свою компанию на ценностной основе. И, конечно, ценностная основа не предполагает вот этого сидения на двух стульях. Когда мы на словах вроде в НАТО и Украину поддерживаем, а на деле больше помогаем Путину, как Эрдоган. Есть некий принципиальный момент. То есть основа политики, вот, которую предлагает оппозиционная в Турции Республиканская народная партия, это более интенсивное сотрудничество и интеграция с демократическим Западом, помощь Украине. И от этого есть интегрально гораздо больше плюсов, чем тактическая выгода торгануть на Путине. Поэтому в целом я хочу сказать, что они, вот, чтобы вы понимали, потому что я слышу после вот победы Эрдогана, я слышу много голосов, там типа, а вот все эти прогнозисты, было же понятно, что Эрдоган удержится. Это не было понятно, потому что оппозиция колоссально прибавила. Это самый лучший ее результат для, за время правления Эрдогана. Ей вот не хватило реально там чуть-чуть. Да? То есть она абсолютно могла выиграть. Там в городах, там Стамбул, Анкара, Измир, та же Анталия, ваша любимая. Везде Кылычдароглу убедительно выиграл. Проиграл он традиционное село. Архаичные консервативные избиратели, которые вот за архаику, за Эрдогана. Да?
это было как бы сложно спрогнозировать, то есть тренд был очевидно в сторону оппозиции, и так и получилось. Партия Эрдогана потеряла голоса, а оппозиция сильно приобрела, да. Но чуть-чуть вот не хватило. Возможно, в этом сыграла роль то, что сам Кемаль Кылычдароглу был не самым сильным кандидатом. Например, там один из сильных кандидатов, вот избранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, я так понимаю, что вот он не смог участвовать из-за судебного приговора по клевете. Но были другие кандидаты, например, очень популярный мэр Анкары Мансур Яваш. Он по опросам показывал гораздо лучшие результаты против Эрдогана, чем Кылычдароглу. А Кылычдароглу был лидер партии. Такой аппаратный вариант Касьянова, если хотите, если вы помните нашу историю с демократическими праймерис. Вот. Поэтому, да, много можно говорить о том, почему оппозиция не дотянула, но она была очень близка. Она сильно прибавила результаты, сильно упали результаты Эрдогана. Поэтому это была реальная борьба. И говорить о марионеточности здесь, я считаю, неправильно. Ну а в целом, вот если хотите мою оценку, я подробно очень там час или больше об этом болтал. Вот посмотрите стрим двухнедельной давности на Навальный Лайв. Кенни. Как восстановить центральную власть прекрасной России будущего после стремительного скатывания России в несостоявшееся государство? Дурачок Путин не стремится решать вопрос активного формирования всех этих ЧВК, бандитов, головорезов. Ну, я не очень понял там в деталях ваш вопрос, но смотрите, если вы боитесь ЧВК и того, что у разного сброда появляется куча оружия, это большая проблема. Но я всегда очень часто вот говорю о том, что нам, конечно, одна из первых вещей, которая надо будет делать после Путина, это такой клинап и разоружение. Разоружение. То есть, вот, например, после югославских войн, скажем, в 2001 году НАТО участвовало в операции Essential Harvest в Македонии, где оно вот забрало оружие у многих боевиков. И, собственно, нам надо будет делать такое же. То есть, прям прямая операция по изъятию оружия. Это вот мы сделаем. Я думаю, что это вполне возможно, особенно в первое время, когда вся эта сволочь будет сидеть с поджатыми хвостами. И вторая история по поводу центральной власти. Вот как раз прекрасная Россия будущего, и мы об этом в том числе и в Брюсселе говорили, и не только, и в других местах активно сейчас это обсуждаем. А мы как раз видим Россию в значительной степени децентрализованной. С очень сильным местным самоуправлением, с сильными регионами, где федеральное правительство будет таким компактным, которому будут просто делегированы отдельные несколько полномочий. Да, вот, в этом смысле наше видение, я тут думаю, что от имени многих коллег по оппозиции могу говорить, оно очень похоже на устройство послевоенной Германии, где конституция строилась снизу. От местного самоуправления, от земель и дальше к федеральному центру. То есть фактически земли учредили федерацию. А не то, что центральная власть, как, значит, там, из обкома партии по привычке им все спустила в виде указания снизу. Вот нам эту ошибку надо исправлять, я думаю, мы это исправим. Поэтому нам вот прям такая сильная центральная власть, она не так, чтобы нужна. Нам нужно делегирование и децентрализация. Свирепая варежка. Каково ваше отношение к Аркадию Бабченко, Айдеру Муждабаеву и их тезису о неизбежности длительного периода власти и так далее? Бескровный транзит. Как вам представляется развитие событий, начиная с момента падения Путина? Мое отношение к Аркадию Бабченко и Айдеру Муждабаеву предельно негативное. Муждабаев — это вообще бывший замредактора газеты «Московский комсомолец», которая внесла очень серьезный вклад в формирование вот пути. Это крупнейший таблоид в России, который топит за всю эту дрянь. И он там много лет работал замглавредом. Если бы я был Айдером Муждабаевым вот с такой биографией, я бы просто повесился на его месте. Но он вот не считает это возможным. У меня был один... Знаете, они вот эти люди, Бабченко и Муждабаев... Это такой худший пример. Вот у нас, у россиян, есть ряд нехороших национальных особенностей. Одна из этих нехороших национальных особенностей в том, что мы хотим все сразу. Вот прям все сразу. Да? Если не все сразу, значит, мы вот не играем. Вторая нехорошая национальная особенность, что россияне очень часто хотят вот быть как бы больше католиком, чем Папа Римский.
Вот обратите внимание, что очень часто, вот, там, например, уехавшие из России наши соотечественники, они являются гораздо более такими показными за украинцами, чем часто даже сами украинцы. Да? Вот это вот напускное, показное за украинство, это самое отвратительное явление, которое, причем лицемерное. Один в Чечне воевал в федеральной армии, второй был замглавредом московского комсомольца. То есть как вообще кто-то может им слушать и верить? Это просто тотальное лицемерие, да, такое же, как у Невзорова того же, например. Да? Вот. Но при этом они просто пользуются запросом на какие-то радикальные бойцовские кличи. Да? И все время эти кличи имитируют. У меня был очень смешной эпизод. Я вот здесь в Вильнюсе, я сейчас в Вильнюсе нахожусь. Я несколько лет назад, когда еще в России жил, прилетел на форум, который ежегодно организует литовский МИД. И там они собрали людей с нескольких рейсов в аэропорту и повезли одним микроавтобусом вот в место, где проводили конференцию. И там были рейсом из Киева, значит, прилетели Муждабаев и Бабченко. И мы сидели с ним на одном ряду. Вот я и справа, значит, слева от меня они сидели там, разговаривали. 40 минут я слушал, что они говорят. И они между собой пытались разговаривать по-украински. А это было вот еще там какое-то количество лет назад, но уже после агрессии 2014 года. Это было так смешно. Вот жалко, что вы этого не слышали, и мне надо было это на диктофон записать. Это прям как в том анекдоте. Не остановка, а зупынка, а ти москаль, уже приехав. Да? Вот прям как анекдот, значит, восставший из этого самого. Да? То есть вот это неискренность, вот это лицемерие. Когда ты, значит, вот тебе есть чего прятать в прошлом, и ты это прикрываешь там нападками на других россиян. Ну, это противно. Я не знаю, как вы вообще можете это слушать и читать. Я просто не понимаю тех людей, которые, в принципе, вот это вот слушают и читают. По поводу бескровного транзита. План ФБК о бескровном транзите власти. Мне неизвестно о таком плане. Если вы как бы это интерпретируете, план ФБК, с точки зрения со слов Бабченко и Муждабаева, то это тоже как в анекдоте, значит, а тебе нравятся Битлз? Нет. А ты их слышал? Нет, но мне сосед напел. Да? Вот примерно так. Я не знаю планов ФБК о бескровном транзите власти. Я думаю, что Россию сильно потрясет, прежде чем будет возможен демократический переход. Поэтому вот это не надо про бескровный. То есть вот не надо изображать оппозиционных политиков какими-то наивными такими людьми, которые вот не знают, как все это происходит. По-разному происходит. Готовимся в том числе и к разным сценариям. Что касается развития событий, я написал большой текст в январе для Центра либеральной современности в Берлине. Почитайте, я часто на него давал ссылку, напишите мне, могу вам ее прислать. Там есть перевод на русский. Смысл в чем? Что в России вся элита, так называемая, абсолютно оппортунистична. Им плевать. То есть у них нет никакой идеологии, никаких аятол, никакого марксизма, да? Они продадутся завтра же, если им больше предложить. Это первое. Второе. У народа есть большой низовой запрос на демократию и законность. Вы это видели в Хабаровске, например. Да? Вот. Поэтому, в принципе, условия для построения свободной страны есть. Я думаю, вот мои сценарии очень простые. Что я вижу будущее России после Путина, как вот то, что происходило в Румынии после Чаушеску или в Южной Корее после диктатора Чон Духвана. Когда была власть, которая пыталась удержать такой же автократический режим. Но у них не было сопоставимой легитимности и было большое давление снизу на демократизацию. И вот они были как бы пост-Путин, но слабее, чем Путин, а народ осмелел и начал давить. И потом в итоге это все приводило к демократическому транзиту. Это не обязательно было бескровно. Но вот мне кажется, вот эти два примера такие самые сопоставимые для Путина. Натали, почему нельзя было оставить возможность вывода денег из России? На мой взгляд, это логично, выводить валюту из страны. Ну, ограничить по сумме вывод до 5000 евро в месяц. Даже олигархам под санкциями разрешают использование счетов, а тут вообще все отрезали. Вы напрасно не говорите на тему отношения к русским. Огромный запрос, и такие, как Каспаров, как раз его и чувствуют. Ну, я не очень понял, о чем вы, честно скажу. Я все время говорю про отношение к русским. И все время борюсь, в том числе, за интересы русских. Но
Есть глобальные платежные системы. Visa и MasterCard. У них была опция либо продавать... Понимаете, Visa и MasterCard не выводят деньги. Они не выводят деньги. Банки многие западные остались в России. Но Visa и MasterCard это платежные системы. Это не банки. Они не регулируют, сколько у вас, 5 тысяч вы перевели или не 5 тысяч. Они обслуживают транзакцию. То есть вы, когда приходите карточкой расплатиться в магазине, у вас, соответственно, чтобы напрямую вашему там магазинчику или аптечке не колупаться с вашим банком, находящимся неизвестно где, есть платежная система Visa, которая улаживает эти транзакции. Вы приходите с карточкой Visa, вам карточка Visa магазину платит за товар, который вы купили, а потом банк ей дает деньги. Вот что такое Visa и MasterCard. Это платежная система. Они просто перестали обслуживать Россию. Возможности частично обслуживать, а частично не обслуживать у них нету. Мне самому это решение не нравится, оно создает огромное количество неудобств. В том числе мы здесь ведем на эту тему диалог. Ну а как вы предлагаете вот частично вернуть платежную систему? Нельзя, понимаете? Ну ее нельзя. Платежная система, она либо обслуживает определенный тип клиентов, либо она их не обслуживает. Да? Определить, кто из русских хороший или плохой, она не может. Поскольку, ну вот реально, понимаете, вот это очень сильно действует. Я понимаю, я всем объясняю, что в России люди очень боятся, боятся свою жизнь, своей семьи, боятся длительных тюремных сроков. Поэтому вы не видите вот прямо сейчас таких массовых протестов. Я это везде всем говорю. Но с другой стороны, на Западе все смотрят, протестов нет. А чем мы будем их защищать тогда? И помогать им со счетами. Вот зачем нам на Западе это надо? Напал на Украину кто? Россия, Российская Федерация, российская армия вот с этими флажками, с триколорами ведет там, значит, агрессивную захватническую войну. Ну они как на это смотрят? Ну значит перекрыть им все нафиг. И мы здесь, конечно, объясняем, что есть куча нюансов, и на русских людей надо по-другому смотреть. Не надо мне вот этого писать, что я не говорю о русских. Я все время говорю о русских, и только это и дело. Но, понимаете, надо понимать, вот у меня из-за этого, из-за того, что там ушли Visa и MasterCard, возникло лично у меня огромное количество огромных, невероятных бытовых проблем, которые сильно осложняют мне жизнь. Но, понимаете, вот я прежде всего чем буду заниматься? Помощью в борьбе с Путиным и его агрессией против Украины? Или вот своими личными проблемами? Ну, я прежде всего, конечно, вот думаю, что у нас с вами есть должок, дорогие мои товарищи русские, что вот нам часто говорят, что мы недостаточно сделали для того, чтобы избавиться от Путина. Я на это отвечаю, что мы делали много. Но по поводу недостаточно согласен, надо делать больше. И вот это главный вопрос сегодня. Как говорил президент Кеннеди, не что ваша страна сделала для вас, а что вы сделали для вашей страны. Вот если вы посмотрите на это под таким углом, то проблемы с визой и MasterCard и 5000 покажутся чуть менее значимыми. А более значимыми надо думать, что делать, чтобы все-таки победить Путина. Вот это важно. С визой и MasterCard мы занимаемся этим вопросом, но есть вот этот большой слон в комнате. А чего вы вот не протестуете? Да? Объясняешь, да? Но с другой стороны, ну как бы, а что? Вот что вот западные люди, как они на это дело должны смотреть? Типа, вы не протестуете, окей, мы понимаем, у вас прекрасные причины, мы должны вам включить все обратно, потому что вот просто потому. Ну нет, они не будут это тоже так делать. Еще раз повторю, напала на Украину Россия как коллективное образование. Поэтому я против принципа коллективной ответственности, но она будет просто по факту. Потому что все это так вот воспринимают, к сожалению. Поэтому работаем над этим делом. И мне не нравится такая постановка вопроса, что я тут должен бегать лоббистом вашей визы и MasterCard. Да? У меня другая задача. У меня задача осложнить жизнь Путину. Добиться его поражения и сделать так, чтобы Россия стала демократической. Я не являюсь каким-то лоббистом, коммивояжером, который тут бегает и решает вопросики с банковскими счетами там и так далее. Вот тоже поймите это правильно.
Руслан Соколов. Мировая история многократно показала, что вполне благопристойные режимы могут скатываться в диктатуры. Длинный вопрос. Диктаторы становятся причиной глобальных кризисов. Давно назрела потребность создания некого способа точечного силового контроля над автократами. Не очень понимаю, о чем речь. Сейчас получается странная ситуация, когда международные суды есть, международной службы исполнения наказания нету. Почему над национальной полицией автократов еще не создана и есть ли шансы на появление подобной структуры в будущем? Потому что борьба с автократией – это не вопрос внешней полиции. Если у вас общество прониклось такими блядскими идеями, я извиняюсь за выражение, да, что эгоизм и шовинизм – это нормально, что мы можем наплевать на всех остальных и заниматься только своими эгоистическими интересами, игнорировать правила и права и интересы других ради вот собственного чего-то, выгоды, да, как вот сейчас в России это пропагандируется, это, в принципе, нацизм классический, да. Если в обществе эта идея популярна, значит, проблема не в отсутствии полиции против автократов, а в том, что надо работать с обществом и убеждать его, что это ненормально, и вы больше проиграете интегрально, пытаясь сыграть в эгоизм, шовинизм и нацизм. Это работает так. К сожалению, понимаете, если у автократа есть органическая поддержка, то он будет, и никакой полиции вы ничего не сделаете. Вот классический пример – это Ирак. Вот пришла международная полиция и свергла им автократа. Воспользоваться этим не сильно удалось. И демократический мир еще получил по шапке сам, потому что это вторжение было вот встречено с там, большим негодованием. Нарушение международного права, ну да. Нарушение суверенитета, ну да. Да, устранили ужасного, отвратительного диктатора, но вот без того, чтобы иметь нормальную ткань в обществе, которая была способна построить функционирующую демократию, ну, не получается. И в Афганистане не получается, в Тунисе не получается. Поэтому вот это демократия и устойчивые институты, и система, которая ориентирована на права и интересы людей, это такая должна быть вещь, которая должна вырасти внутри. И работать здесь надо с обществом, с населением. Вот это то, что мы обсуждали в Брюсселе по поводу России, что наша главная аудитория – это люди в стране, которым надо объяснять, что законы и правила надо соблюдать и внутри страны, и в мире. И когда вы пытаетесь через это переступить и вот урвать себе какую-то выгоду, возвращаясь к средневековым вот этим вот методам, да, ну, вам интегрально в итоге будет больно. Надо возвращаться в русло правил, в русло законности. Это долгий и непростой разговор, но со временем он работает. Если вы посмотрите, например, на разбивку там, того же общественного мнения по поколенческому принципу, то вы увидите, что вот, чем дальше вы идете от старшего поколения к молодежи, тем молодежь все правильно понимает. Поэтому надежда на будущее тоже здесь есть. Поэтому это не вопрос внешнего вмешательства. Стрейнджер, следите вы за Кыргызстаном. Можете прокомментировать политическую ситуацию, там много вопросов про Казахстан. Жапаров во всем пытается копировать Путина. Да, он очевидный такой классический диктатор, есть у него шансы пойти на второй срок. Пока он политически контролирует ситуацию, то он может хоть на сколько сроков переизбираться, но классика, как только народ бунтанет, а в Кыргызстане это часто бывает, думаю, что это произойдет в обозримое время, то там сразу исчезает этот Жапаров или кто там до него был. Может ли Кыргызстан попасть под вторичные санкции? Уже ряд лиц и компаний попали, насколько я знаю, и будут еще. Нет-нет, это не мелкая страна, важная по обходу санкций, вторичные санкции против компаний и физлиц из Кыргызстана будут. Сергей, как относитесь к прямой демократии в Швейцарии? Подруга из Швейцарии говорит, что люди часто не вникают в детали процесса, про вопросы и голосуют за наиболее простое решение. Что подходит для прекрасного мира будущего? Должен ли каждый стать политологом? Спасибо за международную повестку, очень ценно. Спасибо, что смотрите. Вы знаете, я точно так же отношусь, как ваша подруга, к прямой демократии в Швейцарии.
Швейцария по политическим институтам очень сильно отстала от Европейского Союза. В Европейском Союзе, как ни странно, хотя в Швейцарии по каждому чиху бегают, спрашивают людей на референдуме, но в ЕС больше демократии, чем в Швейцарии. Потому что там, например, выборы Европейского парламента, который формирует ту же самую Еврокомиссию из евробюрократов, это самые демократические выборы вообще, эталонные выборы в мире, да. И в ЕС существует такая многоуровневая система разделения властей и делегирования. Она совершенно не идеальная, у нее есть там свои проблемы. Но делегирование это очень важно, потому что действительно избиратель не может и не должен принимать решения по всем вопросам. И разбираться, значит, там в чем угодно, от регулирования там животноводства до безопасности гидротехнических сооружений и так далее. Да, до нюансов миграционной политики. Нам вот что лучше? Закрыть границы, чтобы не приехали какие-то косовские албанцы к нам, да? Или открыть границы, чтобы интегрироваться с единым европейским рынком? И если открыть, то как? И закрыть, то как, да? Для этого нужно, конечно, профессиональное понимание. Понятно, что у рядового избирателя его нет. Поэтому вопрос здесь должен строиться очень простым образом. Что есть профессиональные политики, которым избиратель, вот он слушает их, читает их программу, видит их биографию, рекорд и оценивает их деятельность. Да? Вот он выбирает, каким из меню политиков доверить реализацию наилучшей политики в интересах избирателя. Если они не справились, он через некоторое время на выборах выбирает другого, оценивая вот результаты его работы. Вот это самый лучший механизм, когда ты выбираешь профессиональных политиков, которые занимаются постоянным ежедневным управлением, погружаются в вопросы, и раз в несколько лет ты оцениваешь их деятельность. Референдумы, понимаете, вот референдум – это конструкция, она вроде на словах красиво выглядит, типа люди высказались, да, но с ней надо очень аккуратно, потому что у нее избыточная жесткость. Вот люди высказались почему-то, потому что встали не с той ноги. Вот Brexit – классический пример. И теперь просто огромные проблемы, потому что отыграть назад нельзя. А если бы это был парламент, проголосовал за Brexit, выяснил, что это очень сложно, переголосовал и проголосовал обратно. А люди на выборах дадут оценку. Да? А референдум как бы второй раз организовывать? Ну, то есть вот он, здесь задается такая в референдуме ненужная жесткость, да? Что если 50,3% высказались, значит, там, против, соответственно, такого-то регулирования в сфере животноводства, да, а значит, там, типа, 40,7% за, да, ну, вот, типа, решение не принято, и все, мы не можем ничего делать. Поэтому я против такого. Современная политика, современный мир очень сложен. Для принятия лучших решений нужна профессиональная экспертиза. Система должна иметь много разных уровней гибкости, да, чтобы в том числе корректировать ошибки. Референдум, прямое голосование – это слишком жесткая конструкция. Поэтому у избирателей должно быть право постоянно заниматься ревизией деятельности политиков и постоянно вот экзаменовать их через выборы. Да. Но возможность прямого решения по каким-то прямым вопросам, ну, она вот, ну, например, вот, скажем, простой пример, да. А вот там тема атомной энергетики. Я вот вижу, что подавляющее большинство людей, с кем я не разговариваю, они не понимают, что такое атомная энергетика вообще. Они считают, что это очень классно, и это очень важно для энергообеспечения, и только какие-то дураки, зеленые, экологи по каким-то своим идиотским идеологическим причинам против. Ты начинаешь им объяснять и показываешь, что это безумно дорого, безумно. Что просто есть такой пиаровский фасад, что якобы это классно, а эти станции строятся по 15 лет и стоят там золотые зиллиарды, да, и потом на общество ложится дополнительная нагрузка, значит, следить за их безопасностью, чтобы там что-нибудь не навернулось, потому что если навернется газовая станция или ветростанция, ничего не будет, так в целом. А тут вот любая трещинка, значит, в какой-то детальке уже может к катастрофе привести, да. Но почему-то вот есть такое убеждение, что атомная энергетика это прям очень классно, да, и я не знаю, всю жизнь с этим борюсь. То есть вот там типа, если людям вот как бы спросить их на референдуме, они скажут, да, там надо станции строить.
это приведет к резкому росту издержек, к ухудшению безопасности. Но такой вот есть стереотип, там, например, да. Вот, и много, много всяких разных других историй, поэтому нужна гибкость, нужно делегирование. То есть люди должны делегировать профессионалам принятие решений, но при этом должна быть возможность политиков контролировать через выборы. Вот, мне кажется, такая система идеальна, поэтому я не люблю швейцарскую систему прямой демократии. И они по развитию политических институтов и какой-то осмысленной экономической и социальной политики сильно отстают от Евросоюза. Видите, это выражается в том, что они в итоге все равно подтягиваются. Упирались, и народ был против, но потом все-таки вступили в Шенген. И там упираются, но потом все-таки присоединяются к разным паневропейским соглашениям, потому что это выгодно. Хотя сначала на референдумах они упирались. Данил Чертенков, я знаю, что так нельзя, но у меня два очень коротких вопроса. Данил, действительно нельзя, потому что вы думаете, вы такой один, а тут вот таких вот людей, которым только спросить, много. Вы просите расшаривать ваши видео и трансляции, но крайне сложно завлечь человека часовым видео или трехчасовым стримом. Нужно что-то еще, чем можно зацепить, как на рыбалке. А там опять вот про то, чтобы кто-то нарезал бы ролики. Ну, мы будем нарезать и делать шортс, но есть же тайминг. Это элементарный инструмент. Совершенно не обязательно смотреть весь стрим. Вы выбираете, там внизу такая кнопочка, поделиться. И у вас выскакивает окошко, где вы можете кликнуть и поставить время. С какого момента? Мы делаем тайм-коды. Не обязательно смотреть трехчасовой стрим. Да? Поэтому я прошу вас расшаривать стримы прежде всего, потому что я здесь рассказываю совсем другую картину мира, чем вам рассказывают разные пропагандисты на разных уровнях. Я даю вам трезвую, как-то более такую системную оценку ситуации. Надеюсь, объективную. Да? Я вижу, что для большого количества людей не проблема смотреть длинные стримы, им это нравится. И они мне пишут, что типа мы хотим еще. А для того, кто не хочет смотреть длинный стрим, вы пишете ему, вот там тебе весь стрим смотреть не надо, вот две минутки, вот начиная с этого, вот тебе ссылочка с таймингом, вот внизу тайм-коды, да? Я надеюсь, мы вовремя делаем тайм-коды. Ну, если нет, то это плохо. Ну, будем подтягиваться. Здесь вот спонсорство. Чем больше спонсорства будет, тем больше будет, больше будем нарезать ролики, будем делать больше видео и так далее. Поэтому вот такая история. Азамат Хабибуллин. У нас все налоги скрыты от людей. Я когда-то, работая официально, ни разу не видел, даже не понимал, сколько налогов плачу. А в прекрасной России платить будем сами или все останется так же скрыто? А смотрите, я раньше, когда вот у меня еще была передача «Где деньги?» на Навальный Лайф, я делал об этом целые отдельные блоки и сюжеты и считал, сколько, каких налогов мы платим скрыто и не видим этого дела. Это, в принципе, осталось примерно так же. Единственное, что с начала войны они засекретили детальную отчетность федерального казначейства. И сейчас сделать такой ролик гораздо сложнее. Но вы правы, это важная проблема. Не знаю, насколько сейчас на фоне всех горячих событий это прям людей встрепенет. А что касается прекрасной России будущего, то вы знаете, это все там имеет смысл подновить, но мы в целом делали документ о налоговой реформе для экономической программы Навального на президентские выборы. Я могу вам его прислать, если хотите. Там в том числе это есть. И, конечно, нужно... С одной стороны, смотрите, такая непростая ситуация. Вот видите, вот момент, где есть сложность определенная. Да? С одной стороны, это правильно. И надо двигаться в сторону того, чтобы избиратель сам платил налоги. И понимал, сколько он платит. А не то, что где-то в бухгалтерии за него начислили. Там куча налогов на каждый его рубль, но он знать не знает. Неправильная система сегодня. Все верно. Но теперь вот представьте, вы говорите, я классный политик будущего, я лучше Путина, я приду и все зацветет. И первое, с чего я начинаю, что вам придется самим теперь трепыхаться с налоговой инспекцией. Раньше вы знать не знали, в бухгалтерии получали, расписывались, а теперь пришел я такой классный реформатор-демократ, и, значит, поколупайтесь-ка вы сами с налоговой, придется вам платить. Вот как вы, как избиратель, на это среагируете, да? Поэтому это, я бы так сказал, что это не первоочередная реформа, потому что она будет не очень популярна.
людям сначала, вот мой принцип при проведении реформ стоит в следующем. Людям сначала надо дать какие-то улучшения, и только потом им говорить, что, ребят, значит, вот по объективным причинам, вот здесь, здесь и здесь, ваша жизнь немножко усложнится. Потому что того требуют принципы законности и права, и формирования рациональной экономической системы. Но сначала дать улучшение. Мы это можем сделать, поэтому в эту сторону надо двигаться, но здесь вот надо осторожно, чтобы с водой не вылить не только ребенка, но и целый детский сад. Бикукли-кукумбер. Владимир, снова вам и команде спасибо за работу. Вам огромное спасибо, что смотрите, поддерживаете. То есть, поскольку ваш вопрос здесь есть, значит, у нас поддерживаете, значит, вы втройне молодец. Спасибо за то, что показали в рекомендациях Федора Крашенинникова. Со времени, как нашел вас, самый интересный эксперт. Федор отличный, молодец. Мы с ним делали стрим у него на канале недавно. И будем еще в диалоге. У нас тоже есть какие-то там разные взгляды на разные вещи. Но, тем не менее, Федора Крашенинникова стоит слушать. Я его сам, когда летаю в самолетах, я скачиваю себе на телефон и слушаю в том числе и не только Наки с Левиевым, но и Крашенинникова или от других коллег. Вопрос. А почему либеральная оппозиция, пускай и не вся, так стремится ввергнуть будущую Россию в какой-то аналог немецкого коллектив Шульта? Там ситуация была совершенно иных масштабов. 40% полувозрелого мужского населения прошло через вермахт. Приняли только лет через 20. У нас, если собрать все, не наберется и 1% населения. Не кажется ли, что эта позиция не только аморальна, но и с политической точки зрения мертворожденная? Говорить, что нужно делать выводы и строить систему сдержек противовесов, чтобы такое не повторилось, это одно. А голову пеплом посыпать – дело дурное, как мне кажется. Я не замечен, по-моему, в посыпании головы пеплом, с одной стороны. Но, с другой стороны, невозможно. Это аморально просто смотреть на все эти ужасы и делать вид, что ничего не происходит. И нас это не касается. Ну, понимаете, ну вот взорвали Каховскую ГЭС. Меня это лично касается. Я российский избиратель. Понимаете, вот смотрите на это так, что вот очень часто люди смотрят на политиков, как на таких сервисменов, таких и вуменов, которые должны обслуживать избирателя, ему понравится, и избиратель должен им поставить оценку. Хорошо, нас обслужил, мы за тебя проголосуем. Нет. Нет. Я это делаю для себя, понимаете? Я гражданин Российской Федерации, я хочу нормальную страну для себя. Я знаю, как это делать. Все, кто считает мою позицию рациональной, присоединяйтесь. Пока вы ко мне не присоединитесь, вы так и будете в говне жить. Я уже там много лет об этом говорю, и все это сбывается. Пора уже, пора прислушаться, наконец, к Владимиру Милову. Вот так работает диалог с избирателем. Хотите, нравится жить в дерьме, живите. Хотите выйти, вот слушайте меня. По-моему, уже за много лет можно было понять, что это работает. Что касается там, понимаете, смотрите, есть разные уровни посыпания головы пеплом. Есть реально люди, которые загоняют себя вот в эту, значит, безнадежную коллективную вину. И это неправильно. Я с этим не согласен. Я считаю, что ответственность должна быть соразмерна реальным преступлением. Но россияне должны понять некоторые вещи. И я не устану им прям вдалбливать это в голову, прям вдалбливать. Да, им не нравится. Я прекрасно знаю. Но, понимаете, вот у вас когда там болит что-нибудь и отваливается, да? И вы идете к врачу и говорите, вот, сука, у меня оно болит и отваливается, вот вылечите меня, да? И врач начинает как бы болезненную операцию, значит, как все это дело вылечить. Вот сравнивайте это дело с этим. Так вот, россияне должны понять, что то, что Россия стала демократической, это не то, что какие-то пришли Горбачев и Ельцин и развалили великую страну. А это то, что страна перестала быть концлагерем, колхозом без всяких перспектив и пугалом для всего мира. Попыталась стать нормальной. И жизнь стала лучше. Жизнь стала лучше. Материальное благосостояние стало больше. Возможностей стало больше, благодаря тому, что Россия стала демократией. Возможностей стало больше, потому что Россия была дружна с Западом и принимала от него донорство. Капитал, технологии, знания присосалось к прогрессу. Вот из-за этого наша жизнь стала лучше за последние несколько десятков лет.
А когда Россия стала враждовать со всем миром, нарушать правила, нарушать законы, нападать на соседей, жить стало хуже. Демография вернулась вот на те самые 90-е годы, о которых Путин говорит. Страна вымирает, вся в могилах. Инфраструктура вся разрушена по всей стране. Жиреют только олигархи. Для людей все дорожает, жизнь ухудшается. Качество жизни падает. Из-за того, что мы поссорились с Западом и стали нарушать правила, у нас нет никакой реальной перспективы. Да, вам будут говорить, что ничего страшного, проживем. Но я очень хорошо знаю эту стайерскую, значит, память аквариумной рыбки, да, не умеют. Да, у нас реально вот действительно население старается выбирать адаптацию как главную стратегию, там потерпим, перетерпим. Но не умеют они долго терпеть. У них потом начинает нарывать в какой-то определенный момент. Я просто знаю это все очень хорошо, я это все видел. Поэтому мое предложение к российскому избирателю, давайте не тянуть со вскрытием нарыва, когда уже у вас там прям такой гнойник. Вот давайте прям решим вопрос, и мы можем это сделать. Любить меня как политика за это не обязательно. Но как кризис-менеджер, который может вывести страну из ямы, я абсолютно могу. И все, что я говорил все предыдущие годы, все это в итоге сбывается. Все, что происходит с Россией. Я, кстати, очень интересно, вот посмотрите, будет новый выпуск про 2000-е годы. Я там нарыл много видеоцитат наших с Немцовым 15-летней давности про причины кризиса экономического, про то, что будет дальше с Россией. Очень интересно. Вот показывайте людям. Хотите вот нормальных людей во власти? Вот голосуйте. Не надо придираться, значит, к ним, там, типа, что они где-то сказали там, и так далее. Вопрос, могут вас вывести из кризиса и помирить с цивилизованным миром или не могут? Если хотите помириться, придется признать, что людоедство – это херово. Нападать на другие страны нельзя. Надо соблюдать правила, сидеть тихо и работать по правилам со всеми. Тогда вас будут любить. Если, значит, не будете соблюдать правила, окей, ваш выбор, но вас будут ненавидеть, и вам будет хуже. Вот развилка очень простая. Объясняйте это людям. Это не соревнование. Вот эти люди, которые давно сидят без прав, и им ничего нельзя, их никто и не думает спрашивать. А тут появляется какой-то оппозиционер, и вот если он что-то... Они на нем отрываются, да? Если он что-то не так скажет, мы за него не проголосуем. Да вы и ни за кого и так не проголосуете. Потому что вас никто не спрашивает в нынешней системе. И единственная система, которую вот могут вам вернуть, чтобы вас начали опять спрашивать, это за меня голосовать. Вот такая вот история, да? Я понимаю, да, многим не нравится, хотят, чтобы с ними нянчились. Но вы находитесь в ситуации, когда вас вообще никто не спрашивает. Поэтому ваш единственный шанс – это оппозиция. Вот и весь разговор. Хотите дальше сидеть вот так вот, значит, трястись, кто к вам постучит завтра в 6 утра, да? Ну, пожалуйста, сидите. Хотите вылезти из этой ямы? Голосуйте за оппозицию. Нравится, не нравится, как говорит Владимир Владимирович Путин. Выбор вот такой, к сожалению. Завели это дело слишком далеко. Своей устраненностью от политики и инфантилизмом. Придется расплачиваться за это дело. Хотите вернуться к нормальности и выйти из кризиса? Единственный вариант – это поддержка оппозиции. К сожалению, жестко, сурово, но так. Продолжаем разговор. Люц, иди сюда, что ты там внизу мяукаешь? Люди хотят видеть тебя в кадре. Правильно же понимаю, хотят? Ну вот, так что. Democracy Warrior. У меня для вас сложная тема. В последнее время на антивоенных и проукраинских форумах РУ-оппозицию поливают грязи только так. ФБК достается больше хейта, обострилось после Оскара Навальному. Почему украинцы и не только ненавидят ФБК и Навального в частности? Как не читайте советских газет перед обедом. Вы знаете, я тут не заходил в соцсети какое-то время. Такая кайфуха. Да? Вот общаюсь, причем я много общаюсь с реальными украинцами. Много. И я не вижу среди них какого-то особого хейта. Да? Вот там политиков, экспертов, очень много украинских беженцев вот встречаю здесь, в Вильнюсе и в других местах. Нет ничего. Все нормально. Это вот как бы искаженная реальность соцсетей. Там же люди специально ведут эти информационные войны. Я не хочу сейчас вдаваться вот в детали, почему часть украинцев в такую агрессивную вот втянулась историю с поливанием грязью всех русских. Отчасти это эмоциональная реакция на то, что происходит. Отчасти это
в Центральной и Восточной Европе есть очень много трайбализма такого примитивного, где вот есть люди, которые вступали в ЕС и НАТО не потому, что они разделяют ценности, записанные в конвенциях, а потому что они хотели просто зонтик от русских. Да. А ценности у них там совсем вот такие, другие. Да. И вы вот на форумах эти ценности все можете прочитать. Это не то, что в европейских конвенциях записано, куда они стремятся вступить. Но таких людей много по всей Восточной Европе. Поэтому, когда они разговаривают, у вас может создаться фон, что их большинство. Их не большинство. Большинство тоже не хочет в это все вступать и молчит. У меня вот тоже, знаете, там с депутатом Верховной Рады встретишься где-то, ой, как здорово, я так рад вас видеть, давайте селфи сделаем, но публиковать я его не буду, мне говорят. Вот по всем этим причинам. Это такое, украинцы нормальные абсолютно люди, это очень здоровая нация. Вот большинства вот этого всего там нет, это есть вот какая-то часть на форумах. Не читайте это все, и будет вам спокойствие. Хотя в нынешнее время, конечно, не до спокойствия, и... Конечно, надо всем напрягаться, чтобы победить Путина всеми возможными способами. Death to the False Emperor. Здравствуйте, Владимир. Войска РДК ведут боевые действия на территории России. У меня вопрос. Военные, в частности, срочники, не пересекавшие границы Украины 91 года, которые ведут бои против РДК на территории Белгородской области, попадают под определение военных преступников как участники войны или нет? Я думаю, что те, кто не пересекает границу Украины с оружием в руках, не попадают под определение военных преступников, но они все равно являются интегральной частью армии агрессора. И в этом смысле, конечно, какой-то помощи здесь, сочувствия. То есть, типа, я в армию пойду, но служить буду вот на Дальнем Востоке, и тогда я как бы ни при чем. Вся путинская армия, российская армия сегодня получила маркер армии агрессора. Находясь в этой армии, вы никогда не знаете, вот что с вами там случится, условно говоря, завтра. Да? То есть Украина отвечает на агрессию, защищается так, как может, теми вот средствами, которые у нее имеются. Да? Ну, может она проводить диверсии на территории страны агрессора? Может. Да? В этой ситуации, значит, вот там... Когда вы стоите там, в метре от украинской границы, но с ружьем и выполняете боевые задачи армии агрессора, ну, вы, наверное, не военный преступник, но месседж здесь вам один. Вы вот лучше уйдите оттуда и вот постарайтесь там не участвовать. Бегите. Да? Единственный совет сейчас вот всем, кого загребают в армию, бегите. Если вы срочник, никаких гарантий, что вас не отправят в зону боевых действий, реально нет. Что бы там ни говорили. Да? Поэтому, когда вы находитесь в российской армии с оружием в руках, вы в миллиметре от того, чтобы стать военным преступником, даже если вы вот не были еще на территории Украины, вы не знаете, куда вас пошлют завтра, и вы становитесь легитимной целью здесь. Ну что, это армия агрессора, кто там они будут различать здесь? А вот это хороший солдат, а это плохой. Ну так же не бывает на войне. Да? Поэтому единственный способ – это убираться оттуда, бежать. И тогда вот, соответственно... Не будет всех этих вопросов, участники вы войны или нет. По факту, ну, вы, скажем, в резерве сидите, в дубле. Вот футболисты, которые сидят, пока матч идет на скамейке запасных, они участники или нет? Когда матч начинается, их перечисляют в списке тоже. Хотя они могут и на поле, в принципе, не выйти. Да? Поэтому такая вот история. Наталья Орлова, спасибо за вашу работу, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Расскажите о Брюссельской конференции, ваши впечатления, какие, на ваш взгляд, основные ее итоги. Ну вот я рассказывал об этом в начале стрима 40 минут, поэтому считайте, что это был эксклюзивный ответ на ваш вопрос. Нондалет. Краснодар превратился в военную территорию, уже были взрывы. Я поставил на продажу свою квартиру в военной части возле города МЧС. Что взять на покупку, исходя из ударов беспилотников и возможного удара по дамбе Краснодара? Какая этажность безопаснее расположение материал дома? Ну, как вы можете убедиться по всем последним событиям, что удары эти часто абсолютно рандомны. То есть я не посоветую вам ничего безопасного, потому что такого просто нет. То есть вы видите, просто вот, ну, сбили беспилотник, он может попасть в жилой дом. Это абсолютно вот... Это там, возможный ущерб никак не связан с там, потенциальным выбором цели теми же украинцами.
может прилететь просто случайно. Может российский военный самолет на ваш дом просто рухнуть. Даже если он безопасной этажности, извините за выражение, да, но просто вот взлетел наш летчик, у него что-то отказало, и он на дом рухнул. Такое вот было. Поэтому нет здесь какого-то такого индивидуального решения. Я ничего вам не посоветую. Войну надо заканчивать, это единственный вот способ. Пахом, а не поговорить ли снова про товарища Илона нашего Маска? Пахом, а точно вот надо? У меня такое хорошее настроение было сейчас. Боюсь, вы мне сейчас испортите его. Увлечение Такером Карлсоном – это искренне или троллинг? Не превратится ли Твиттер во время предвыборной кампании в магастин-газету? Есть ли какие-то механизмы против этого, да и нужны ли они? Ну, вы знаете, я думаю, что это искренне. У товарища Маска в голове там очевидные такие вот бегают, такие мадагаскарские такие вот с большими лапками. Это прям ясно. Он, если я раньше как-то не замечал этого, да, я больше его там оценивал как покорителя космоса и создание каких-то прорывных технологий, а потом я там в ретроспективе просто проанализировал, кто он и что он. Он такой сторонник абсолютно дикого рыночного капитализма без государства. Он самый жестокий борец с профсоюзами против там среди крупного бизнеса, просто доходя просто до неприличного, да, и открытого шантажа и угроз сотрудникам. Он вот сторонник такой идеи, что, значит, вот бизнесмены – это такие создатели всего, да, им надо дать полную свободу, а люди не имеют значения. И можно не есть, не спать, не иметь никаких прав, главное, чтобы они вот помогали бизнесу делать, иначе их уволят. Вот, ну, такая по классике, все как завещала нам преснопамятная Эйн Рэнд, да. Вот, поэтому здесь неудивительно, что вот эти люди культурно сбиваются в стайку с там Такерами Карлсонами. Это отражает его вот не только его идеологию, а многие всякие там Питер Тиль там или какие-то, а многие вообще не говорят об этом. И они выглядят как такие благообразные бизнесмены, значит, все на форумы заседают, а в голове у них вот это. Я это видел много раз, вот, вживую, поэтому это вот совершенно для меня неудивительное явление. Что касается Твиттера, он резко растерял свое влияние с приходом Маска, и, конечно, какой-то там серьезной агитационной площадкой он не является. Я думаю, что здесь в целом вот этим правопопулистам здесь им может помочь выиграть на каких-то будущих выборах только неудачи оппонентов. Там Байдена, Демпартии и так далее. А в принципе видно, что их идея, она уперлась в такой условный потолок. И эволюционирует очень сильно из экономической в какую-то культурную сферу. То есть раньше они говорили, мы придем и вам налоги снизим, и вы будете там меньше платить за страховку медицинскую, потому что мы отменим Obamacare. И народ за это, за них голосовал. А сейчас они устроили какую-то культурную войну там за школы, за учебники, там, против абортов и так далее. Я думаю, что это их в итоге очень сильно ограничивает, потому что, ну, по тем же абортам общественное мнение в США очень понятно. 2/3 считают, что не надо запрещать аборты, да, и так далее. Поэтому не знаю, нужны ли эти механизмы или нет. Я с Твиттером стал очень осторожно. Я сейчас гораздо меньше им пользуюсь, если вы заметили, с приходом Маска превратился в дополнительную помойку. Судя по вот уходу рекламодателей, финансовым проблемам и потере стоимости Твиттера, я думаю, что влияние в целом Твиттера будет, конечно, снижаться. Алексей Леонов. Большой привет от аспирантов 22-го года поступления. Спасибо, что написали про нас. Вдогонку вашей статье в «Инсайдер» об отсутствии раскола оппозиции. А партия «Яблоко» относится к оппозиции? В целом, скорее, нет. Это такая фриндж-группа где-то пороговая. Да? То есть партия «Яблоко» всегда была такой... Последний значимый результат, который партия «Яблоко» получила, это был 2011 год. И то это было благодаря кампании Навального «Голосуй за любую партию против Единой России». 3,3% они получили там на думских выборах. А времена, когда партия «Яблоко» получала на федеральных выборах типа 6-7%, это было четверть века, больше 20 лет назад. Да? Они значимой политической силой не являются. Какой-то заметной аудитории в России у них нет. Нет никаких признаков этого.
Поэтому, в принципе, то есть вот какой-то частью оппозиции, которая работает на что-то будущее, я их не считаю. Если вы посмотрите на их поведение, то это люди, которые все время пытаются найти себе какое-то местечко, растолкав локтями других. И рассказывая, то есть вот там 70% контента «Яблока» — это нападки на других, потому что они хотят обратить на себя внимание. Типа, посмотрите, вот мы там, вот Навальный плохой, там кто-то еще плохой, а вот только мы там и так далее. Но это не приводит к увеличению популярности, аудитории и так далее. Поэтому я как бы их и как акторов-то не рассматриваю. И, в общем-то, если вы посмотрите на те же репрессии, списки иноагентов и нежелательных, то увидеть, что Кремль совсем других людей видит. Где можно увидеть, кто оппозиция? Да? Ну вот по репрессиям. Вот вам простой критерий. По судам. Как говорят, где дают справку? Вот кто-то, я помню, дискуссию в интернете, народ пишет в комментариях. А где дают справку, что вот вы настоящая оппозиция, а вы не настоящая? В судах, ему отвечают в комментариях. В путинских судах. Прям очень четкую справку, значит, с количеством лет, штрафами, там, уголовными делами и так далее. Вот, типа, в развитии, этот же вопрос, его продолжение, что если бы была медийная поддержка их кандидата на президентских выборах по образцу Беларуси или Турции, почему бы и нет, даже коллективный Рыбаков не победит Путина, он наберет 25-30%. Смотрите, кандидат может набрать 25-30%, только если он ведет кампанию, что-то из себя представляет. В Турции оппозиция – это старейшая демократическая партия, у которой большая сеть, большая история и реально вот большая поддержка. Все мэры городов, например. Да. Если бы их не было, там она бы издулась, и она бы уже ушла со сцены, как и многие другие. В Беларуси все забывают эту историю, все думают, что это прям все там ниоткуда взялось. Там был Сергей Тихановский со своим YouTube-каналом, который раскачал страну. Как Навальный, грубо говоря, да? И до этого были вот такие все, вот вы говорите, там в Белоруссии могут проголосовать за Рыбакова. Так вот эти Рыбаковы, это как раз все вот эти вот старые белорусские оппозиционеры, которые были много лет, но за них никто никогда не голосовал. А появился новый Тихановский, вот Светлана, это же жена его, которая пошла на выборы, когда его арестовали и не пустили. Но он стал уже таким белорусским Навальным. Поэтому вот вам модель. Вы делаете что-то новое, интересное для людей, их раскочегариваете, и они за вас голосуют. Пытаться, много было таких попыток. Я грешный в этом пытался участвовать, и в какое-то время был опыт поддержки «Яблока», да. Ну, вот у группы Sex Pistols был такой альбом «Стегать мертвую лошадь», «Flogging a dead horse», да, вот, и невозможно привести к какому-то серьезному результату кандидата, который вот прям, ну, совсем вот имеет отрицательный политический капитал. Поэтому это бессмысленный все разговор. То есть, что, вот почему Навальный не поддержал Грудинина? Да потому что, ну, если оно не взлетает, ну, оно и не взлетит. Даже если Навальный выйдет и скажет, я поддерживаю этот самолет, хочу, чтобы он взлетел. А у него аэродинамических качеств недостаточно для того, чтобы успешно летать. Да? Или полетная масса чрезмерная по отношению к площади крыльев. И не взлетит он, понимаете? Поэтому вот они много там лет пытаются это продать, что типа вот вы просто призовите все голосовать за нас, и мы наберем 25-30%. 25-30% набирают не потому, что кто-то за вас призвал или не призвал, а если вы сами работаете и являетесь привлекательным кандидатом. Вот почему, кстати, в Беларуси там же были другие кандидаты. Там Бабарика, Цыпкало и так далее. Да? Но они все поддержали Тихановскую. И по всем опросам перед выборами у ее мужа Сергея Тихановского был самый большой рейтинг. Поэтому здесь вот как бы качество самого кандидата имеет значение. И просто так 25-30% не получается. Тут же тоже в Венесуэле там Энрике Каприлес, он был избранным губернатором штата Миранда. И популярным вот политиком, да, и харизматичным. А Евгений П., тяжелые вопросы вот такие из этой серии. Что сейчас делать аспирантам в России? Доступ к публикациям в международных журналах закрыт, спонсирования науки нет. Писать статьи для создания репутации и готовиться к отъезду в развитые страны?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что в советское время я много разговаривал с людьми, которые работали в сфере науки, а тогда же даже не было перспективы, то есть и уехать было нельзя, очень сложно, и свободного въезда-выезда не было, надо было разрешение спрашивать на выезд, перспективы, то есть мы не видели, что вот Советский Союз там распадется, мы думали, он 1000 лет будет существовать, вот, но тем не менее многие люди занимались вот именно наукой для науки, развивать, повышать свой собственный уровень знаний. Как и когда это пригодится, инвестиции в себя, это в любом случае работает. Могу вам на своем примере сказать. Поэтому, ну, если нет возможности самореализации, значит, надо инвестировать в себя. Где-то и когда-то в будущем это вам пригодится. Если у нас совсем ничего, допустим, не будет, ну, в конце концов, уедете за границу. Если будет, вот вы как раз понадобитесь. Учителя репрессивного языка и диктатуры. Я запиши в конкурс ников сегодня. Разговариваю с разными иностранцами, буквально у всех проблемы с медициной. У кого-то дорого, у кого-то долго ждать, у кого-то плохо лечат и т.д. Почему это такая большая сложность для страны? Можете привести в пример страну с отличной медициной, какой надо стремиться в России будущего? Медицина – это вообще непростая история, потому что это трудоемкий и квалифицированно трудоемкий процесс, то есть хорошо лечить надо уметь, это стоит денег, да, хорошее оборудование стоит денег, а как бы брать эти деньги откуда, да, то есть людям в основном хватает вот каких-то текущих доходов только на базовые вот потребности, поэтому это во всем мире такая огромная проблема с медициной, не надо думать, что просто вот кто-то там не нащупал идеальную модель, а так это вот валяется, да. Но в целом видно, что лучшие модели – это вот такие в рамках социально ориентированных рыночных экономик, такие как Западная Европа или Канада, где государство уделяет очень большое внимание медицине, сильно ее финансирует. И да, это не всегда эффективно работает, бывают и очереди к специалистам, какие-то другие проблемы. Но если вы сравните, например, Западную Европу и Канаду с теми же штатами, где государственного участия в медицине вообще нету, да, то это ужас, конечно. То есть там десятки миллионов людей вообще не имеют доступа к медуслугам. А многие имеют, но сильно переплачивают за страховку. Поэтому, конечно, западноевропейская или канадская модель, она лучше, хотя там есть свои проблемы, пытаются их решать. Идеала нигде нет, но хорошая медицина, мне кажется, невозможна без очень сильного участия государства в ее финансировании. И вот в лучших образцах это вот есть. Поэтому здесь в Европе, кстати, очень многие издеваются над американской медициной или ее отсутствием. Это такая одна из смешных разборок между европейцами и американцами. Шизоид. Путин нажал на красную кнопку, весь мир в труху. Вследствие глобального экономического кризиса осталось только 2 вакансии. Писать сценарии к роликам Максима Каца и носить за Путиным чемоданчик с говном. Владимир, что вы выберете? Я думаю, что если Путин нажмет на красную кнопку, то ничего не останется ни от Владимира Путина, ни от Максима Каца. Поэтому это ложная дихотомия. Я думаю, что это нереалистичная ситуация. Я, кстати, не считаю, что если даже будет глобальная ядерная война, то мир превратится в труху. Ну, будут проблемы, да, очень серьезные, но человечество из этого выберется. Это не такая апокалиптическая ситуация, что все там, все живое вымерет. Нет. Будет плохо, потрясет, но выберемся и сделаем выводы. Но, конечно, важно до этого не доводить. Oxygen. Вы упоминали, что прохладно относитесь к левым идеям как концепции, которые будут ассоциироваться с советским режимом. Какое ваше отношение к тем левым, которые сами критиковали советский режим? Дело молодых социалистов, Саблин, когда судили красных диссидентов, не антисоветчиков. КГБ, по воспоминаниям одного из членов такого диссидентства, ломало к себе голову, как к таким относиться. Ну, не знаю, я ломали они или нет, но у КГБ всегда была простая задача. Это делать так, чтобы там, политические взгляды людей соответствовали текущей линии партии.
там все время возникали те, кто говорил, что вы увели нас далеко в лес от каких-то ленинско-марксистских идеалов. Это постоянно ставился этот вопрос, и им приходилось с этим давлением как бы и сдерживать его. Например, вообще Горбачевская перестройка началась не как движение к западной демократии, да, а как возврат к ленинским идеалам марксизма и коммунизма. И это была реакция на запрос большого количества парторганизаций, которые говорили, вы извратили коммунистическую левую идею, там, забюрократизировали это все и так далее. Поэтому здесь, я думаю, какая-то чуть-чуть упрощенная трактовка. Советская власть и КГБ рассматривали все очень прагматично. Ты наш сукин сын или ты не наш сукин сын? Какие у тебя в этом смысле взгляды? То есть они вот поддерживали режимы, которые были, помогали им в борьбе против США, которые были, ну, сказать, что они реально левые или социалистические, это можно было очень с условной натяжкой, типа какой-нибудь там Гамаль Абдель Насер или этот Мохаммед Сиад Барре в Сомали, да, это такое, знаете. Вот, поэтому они были очень прагматичны, у них идеология, это вот она была для дурачков, а для себя у них был там сплошной прагматизм, и, кстати, у них был полный коммунизм и на столе, и в холодильнике, там, и в плане слуг, и лимузинов, и так далее. Там левого было не очень много. Я, знаете, могу в дополнение сказать вот про левые идеи. У нас народ часто смешивает. Я считаю, вот что такое коммунистические левые идеи, против которых я категорически выступаю. Это три вещи. Первое – это отсутствие частной собственности. Второе – это регулируемые цены. И третье – это распределение вместо договорного рынка. Да? То есть, когда у вас не контрактные отношения, а у вас какая-то централизованная система, вот у этих забираем, этим даем. Да? А вот современные левые на Западе, например, это в чистом виде социал-демократы, которые хотят просто там типа больше налогов на богатых и больше расходов на социалку. Но, конечно, ликвидировать частную собственность уже мало кто хочет, кроме совсем отморозков. Вводить ценовое регулирование или перераспределение товаров никто не хочет, кроме совсем отморозков. Поэтому вот левые левым рознь. Те левые, которые просто хотят больше расходов на социалку, ну, это не страшная вещь. Я с ними часто идеологически не согласен, но, в принципе, это не людоедская и разумная постановка вопроса. Поэтому здесь вот надо четко разделять, когда вы говорите левые, что вы имеете в виду. Ефим Чернецкий. Спасибо за вашу работу, вам спасибо за поддержку. Не приведет ли федерализация к тому, что авторитаризм в России сохранится, просто переместившись на уровень ниже в регионах? Гражданское общество слабо развито, методы жесткие. Понятно, что везде будет по-разному, много будет зависеть от местных жителей. Как будет себя вести федеральный центр, будет ли вмешиваться и когда? Да, вот это очень важный вопрос. Мы много его с коллегами по оппозиции, с западными коллегами сейчас обсуждаем, потому что, конечно, есть первый, это серьезный риск такой, что все свалится в авторитаризм местных князьков, региональных князьков, местных бандитов там каких-то. И у нас уже такие случаи были. Поэтому поверьте, что здесь нет какой-то такой розовой вот надежды, что мы просто создадим федерализм, и дальше оно как бы все отрастет само. Конечно, кроме институтов, нужно еще и политуправление будет. И вот здесь первое, что надо делать, вы правильно пишете, что везде все будет по-разному. Будут регионы, где люди просто не дадут это делать, не дадут захватить власть. Их надо всячески раскручивать как лучшие образцы. И давать им все возможные преференции, выход на международный уровень. Вот видите, у нас есть регионы с высоким уровнем демократии, они получают больше интегрально. Да? А регионы, где, как вы видите, например, вот в Евросоюзе это происходит, скажем, Орбан у себя зажимает демократию, и у него большие проблемы с доступом к европейским фондам, например. Да? Вот, федеральная власть должна будет действовать именно так. Что она должна быть такой, вот, как мне тут сказали, полицией против автократии, да, вмешиваться, если где-то нарушаются какие-то базовые демократические принципы. Должна быть общероссийская такая, нагуглите, если вы не знаете, слово «венецианская комиссия». Это комиссия, которая следит за демократическими институтами в странах Европы, да, и дает свое заключение. Вот, например, такой-то регион принял такие-то правила избрания своих депутатов, насколько это
вредит или помогает развитию демократии. Вот эта независимая Венецианская комиссия должна давать свои заключения. Те или иные действия региональных, местных властей, они помогают демократии или, наоборот, сужают ее. Да? Федеральная власть сразу должна, после реакции этих независимых институтов, сразу должна возбуждаться. И должны триггериться механизмы федерального законодательства, оспаривать те или иные законодательные акты в суде, выходить к людям и говорить: смотрите, что у вас делается, у вас идет ползучий захват авторитарной власти. Вот Ельцин это совсем не делал в 90-е годы, потому что он, наоборот, был заинтересован вот в этом наборе как бы кнопок на его столе телефонном, да, чтобы у него был один чувачок, который контролирует весь регион. И вот это было очень плохо. Как раз смысл системы, которую мы предлагаем, и вот Федор Крашенинников об этом много говорит, в том, чтобы появилось много разных институтов, которые сдерживали друг друга, не давали друг другу захватить всю полноту власти. Самый простой пример из нашего демократического эксперимента – это вот этот конфликт между губернатором и мэром. Когда они были оба достаточно сильные, и никто из них не мог под себя никого подмять, да? Вот, поэтому нам надо больше такой вот конкуренции, и тогда вероятность захватов будет меньше, ну и, естественно, за всем этим нужно следить. Дрон К-13, спасибо вам, вашей команде, за работу, спасибо вам за поддержку. На прошлом стриме из самовведенных самосанкций, да, один вопрос в одни руки, но мы просто больше не можем, извиняйте. Вы не ответили на второй вопрос, при этом сказали, что очень хотели бы ответить, с удовольствием дублирую. В ваших фильмах про 90-е вы не очень много внимания уделили Собчаку. Все-таки какова его роль в возникновении путинизма, учитывая, что политическую карьеру большинство чертей начинали именно в администрации этого демократа, и он их где-то отрыл. Да и он сам являлся главным архитектором бандитского Петербурга. У меня был блог о Собчаке. Речь об Анатолии Собчаке, папы Ксюши. В одном из видео про 90-е годы, про лица 90-х, там был вот кусок и про Собчака. Вы знаете, я не очень много про него говорил, потому что он и не был очень влиятельным. Он ярко звездил, когда была перестройка и в самом начале 90-х, но потом его влияние сошло на нет, он с треском проиграл выборы. Да, мы потом о Собчаке вспомнили, когда выяснилось, что у него много вот этих бандитов там паслось, но поверьте, они паслись в самых разных местах. Вот. И это как бы, то есть, пришли бы к власти Примаков и Лужков, нарисовались бы московские бандиты. Там и олигархи. Там Евтушенков, Андрюша Бородин. И при них была куча всякой ГБшной приблуды там абсолютной. Да? То есть, вот, были бы... Понимаете, это вот вы сейчас, вот вы видите, значит, вот эти вот люди работали у Собчака, и вы думаете, что дело в Собчаке. В общем, нет. Дело в том, что такие вот, как бы, такой набор деятелей был в любой там региональной администрации, во многих ведомствах там и так далее. Да. Вот, поэтому и вообще весь смысл моего цикла про 2000-е, это то, что мы отпустили. Не они захватили, а мы могли сопротивляться и могли им не дать. А если мы дали, то это мы могли кому угодно дать. Примакову, Слушкову, там, я думаю, что они бы еще быстрее все это демонтировали, чем Путин. Да. Вот, что касается Собчак, создал бандитский Петербург. Да нет, он был бандитским. И портовый город, через который шло еще с советских времен, много про этого есть написано. Вся там контрабанда, всякое разное. Поэтому вот это вот вокруг порта, они не случайно, они же все в этом порту работали. Там и Трабер, и Миллер, там и Дюков, и кто еще, да. А это все вот это бандитство формируется вот от этого. Да, что идет большой товарный поток, большие нелегальные там возможности и так далее. Дело не в Собчаке. Собчак сам просто был один из вот этих таких романтических глашатаев перестройки, которые потом просто исчезли. И оказались, ну, это понятная причина, потому что в Советском Союзе, мягко говоря, не выращивали демократических управленцев сильных. Не было такой школы, школа была другая, да. Поэтому вот появилась какая-то профессура, там, как вот Собчак, да, или там Юрий Афанасьев был, Юрий Рыжов, Гавриил Попов, да, профессура. Как времена временного правительства после февральской революции, тоже профессура там играла роль.
Вот. А профессура, она вот в политический процесс, она так, не очень. Да? И поэтому здесь, собственно, попалось что? Что, как и многие, там, Афанасьев, Рыжов, Попов вообще быстро исчезли и слились. Они такие были, все заводила на митингах, а потом их стало не видно. Вот, и просто они ушли в тень очень-очень быстро. Ну, Собчак еще подергался, но не очень успешно, и взялся сложным городом руководить, который держался на оборонке во многом, она рухнула, там была тяжелая экономическая ситуация, еще и бандиты, да. Ну, он оказался просто бесполезным болтуном, очень нарциссичным и там, эгоистичным, да. Вот, и соответствующая доченька у него выросла. Поэтому я вот как-то там демонизировать Собчака особо не хочу, да. Но я здесь всегда подчеркиваю, и вот в этом цикле я тоже говорю, что нам, конечно, нужно проводить селекцию сильных демократических управленцев. Людей, которые могут брать ответственность на себя, знают, какую политику проводить, каких результатов добиваться. Просто красиво говорящий профессор, да, это очень хорошо, но это не профессия для серьезного демократического транзита. Вот один из выводов по Собчаку, я не могу сказать, что он какой-то был адский плохой человек, да, вот, ну, такой обычный советский профессор либеральных взглядов, но он был не способен решать ту задачу, которую он взял. И в чем смысл демократии? В том, что когда ты видишь, что не способен, надо быстро менять его, да. И менять на нормального, искать здоровые демократические кадры. Тогда не было, то есть президентская власть этим не занималась, и это было неинтересно. Сильных независимых демократических партий не возникло, и нам надо весь этот опыт будет учесть. И поэтому, вот, кстати, мы с Федей Крашенинниковым тоже на его стриме разговаривали про протопарт, создание протопартии уже сейчас. Которые как будут не кружок Гайдара с Чубайсом, а у них будет своя повестка, и они вот будут конкурировать на парламентских выборах в будущей России. Поэтому вот думаю, дело не в Собчаке, а таких чертей, вот как вы говорите, да, их было, просто было огромное количество. Пришел бы Лужок с Примаковым, ой, у него там было столько их, и в том числе и КГБшников. Это вот тараканья, то есть Путин в этом смысле абсолютно не уникальный со всей своей бандой. Ключ с бубями. Будет ли Запад вводить новые санкции в связи с разрушением Каховской ГЭС? Я понимаю, что сейчас важнее следить за исполнением уже введенных, но расширяет ли это событие инструментарий? Я думаю, что Каховская ГЭС прежде всего увеличивает возможности для новой военной помощи. То есть здесь реакция будет не в виде санкций, а в виде усиления военной помощи Украине, чтобы она быстрее отвоевала оккупированные территории и таких трагедий больше не повторялось. Айрат Шарипов. Здравствуйте, Владимир. Вы слышали об экономисте Григории Баженове. У него есть канал на YouTube Fury Drops. Если знаете, как вы к нему относитесь? Да, слышал, мы даже с ним, он у меня в эфирах бывал давно на Навальный Лайф, еще во время той президентской кампании. Я нормально к нему отношусь. Он либертарианец, но я бы сказал такой нормальный, то есть он как бы разумный человек. Мне не нравится, почему я его канал не смотрю, мне не нравится, что у него очень все сфокусировано на вот этом дихотомии рынок-государство. Да? То есть вот убрать государство, будет рынок и все будет хорошо. И так вот все этим объясняется. На самом деле, вот в чем оптика либертарианцев не работает? Они видят все в 2D. То есть есть государство, есть рынок. А на самом деле ситуация, она объемная, она в 3D. Потому что кроме государства и рынка есть еще корпорации, которые ничем от государства, по сути дела, не отличаются. Ну да, у них нет армии, а иногда есть. Ну да, у них нет права собирать налоги, хотя, если посмотреть на то, чем они занимаются, это мало отличается от налогов. Да? Вот, поэтому картинка более сложно устроена, чем вот просто дихотомия государства-рынок. И объяснять все, что происходит тем, что надо больше рынка и меньше государства, ну, я как бы в целом с этим тезисом согласен, но это не в 2D, это вот чуть сложнее, над этим есть еще объем. А это не плоскостная такая задачка, поэтому я вот сам все это не смотрю, хотя к Григорию Баженову я отношусь абсолютно нормально. И уверен, что он там в будущей России будет участвовать в политике и предлагать свои там
радикальные рыночные идеи, и я даже где-то с этим многое буду соглашаться. Леонид Адрианов, добрый день. Один вопрос, как и договаривались. Так, типа, значит, с экивоком в то, что соблюдаете дисциплину, но чувствую вот я внутреннее недовольство, нотки в вашем тексте. В одном из выпусков вы сказали, что вообще бы упразднили таможню. Но она же не только пошлину начисляет, она нелегальные товары отлавливает. Может, не надо ее упразднять, а подшаманить над ввозными пошлинами. Это может делать погранслужба. Контроль над ввозимыми товарами может осуществлять погранслужба. Просто у нее не должно быть... Смотрите, у таможни есть непосредственные полномочия по администрированию чего-то там, да? А погранслужба должна просто фиксировать, что вы ввозите. И, соответственно, то есть, таким образом вы там неизбежно, если вам зафиксировали, что вы ввезли какой-то товар, который, допустим, потом облагается импортным НДС, вы просто платите потом обычный НДС и говорите, вот я ввозил, вот, значит, я за него здесь вот заплатил. Вам никто ничего не начисляет здесь. Да? Ввозные пошлины, я считаю, в целом надо убирать. То есть стратегически через какое-то время они отомрут, потому что мы будем двигаться к свободе торговли с развитым миром там, и так далее. Да? И это просто заставит нас пошлины отменять и делать те товары, которые мы делаем лучше. Вместо того, чтобы поддерживать тепличные условия там, для чего-то, что мы делаем плохо, это только оттягивает у нас ресурсы. Вот, а... Пограничники просто фиксируют ввоз товара, если они определяют что-то нелегальное, они просто уведомляют правоохранительные органы и все. Здесь какой-то посредник в лице таможни не нужен. Игорь Христофоров, огромное спасибо вам и вашей команде за ваш труд, а вам спасибо за поддержку. Не знаю почему, но именно после подрыва этими мудаками Каховской ГЭС меня уже трясло от бешенства. Кадры... людей на крышах, особенно животных, тонущих в воде, задели до глубины души. Думаю, вас тоже, зная ваше отношение к животным, конечно, к Фрэнку. Да, у меня была очень тяжелая реакция вот именно на это все. Я почему к животным так особенно трепетно отношусь? Потому что люди понимают, что происходит, и они могут выстроить какую-то стратегию себя защитить. А животные это вообще не понимают. Они, ну вот собаки там, не только Фрэнк, я вот общаюсь там с друзьями, у которых собаки, они не понимают, что на дорогу нельзя выбегать, потому что машина их задавит. Они не понимают вот это все. Они не понимают, что может прилет быть. Они не понимают, что может сейчас вода пойти и надо бежать. Они просто, то есть люди следят за какими-то телеграм-чатами, видят взрыв, пошла вода на Каховской ГЭС, значит надо эвакуироваться. Да, кто-то спал, не успел, но по крайней мере люди хоть могут это понять. А они-то вообще ничего не могут понять. И это, конечно, то есть вот это вот эталон беззащитности такой всего живого перед вот этой просто варварской нацистской сворой. Я, понимаете, я комментировал вот и у Майкла Наки, и у Евгения Киселева, сейчас у меня вышло видео на канале, этот подрыв Каховской ГЭС. Я совершенно не считаю, что это могло быть что-то случайное. Потому что Путин прекрасно понимал, какой опасный гидротехнический объект ему достался в руки. Есть, еще раз, я вот у Наки говорил об этом, что есть особенный закон о безопасности гидротехнических сооружений, который отдельно существует даже сверху, в дополнение к закону о промышленной безопасности. Что там существует особый не только надзор, но и понимание опасности этих объектов. И ту же Каховскую ГЭС, ее строили в 50-е годы прошлого века в разгар Корейской войны, когда все ждали Третьей мировой. Ну, то есть, конечно, там все, по поводу нее существует все понимание и просчитанность всех рисков. И, конечно, у меня нет сомнений в том, что это не могло быть случайность. Там специально делали очень серьезное основание у этой плотины, чтобы его нельзя было просто какими-то отдельными внешними воздействиями уничтожить. Это можно было делать только целенаправленным подрывом, других вариантов нет. И объект, конечно, сильно охранялся, особо охранялся. Это особо важный объект на оккупированной территории. Поэтому у меня нет каких-то сомнений, что это было сделано сознательно по приказу Путина в порядке паники. Вот
от начавшегося украинского контрнаступления, я не знаю, у меня прям желание просто вот лично своими руками задушить вот этих людей, которые отдавали эти приказы и в этом всем участвовали. Они прекрасно понимали, что они делают. Вот. И это, конечно, не может быть прощения никакого. Рикки-тикки-факки. Здравствуйте, Владимир. Как по-вашему, будет ли мирный договор содержать какие-то пункты, направленные на смену режима в России или способные повлиять на наше общество? Я пока не вижу мирного договора. И вообще, я считаю, что... Я вот могу еще раз прислать вам свою статью про сценарии для России. Я считаю, что пока Путин у власти, вряд ли что-то возможно добиться, поэтому надо работать на отстранение Путина. И думаю, что пока есть Путин, с ним не будет никакого мирного договора, потому что его слову уже никто не верит. Он нарушал все свои обязательства в последние 20 с лишним лет, которые у него были по всем договорам. Контроль над вооружениями, изменение климата, ВТО, там, конвенции по правам человека, тот же статут по... Римский статут по Международному уголовному суду, он выскочил из него, как только возникла вот угроза, что мы не ратифицировали, но подпись была. Сразу отозвал, как только понял в 2016 году, что могут военных преступников за Украину по этому делу преследовать. Вячеслав, кстати, вот вы пишете, что... О, привет, Зай, тебя ждали. Вы пишете, что чаша народного терпения действительно бездонна. Нет, она не бездонна. На это терпение надо давить. Они бунтанут в определенный момент, и это все бывало. Просто это власть хотела бы, чтобы вы думали, что люди могут терпеть бесконечно. Нет, не могут. Вячеслав, как освободить Алексея Навального законно? Возможен ли такой сценарий? Добиваться максимального ослабления Путина. Как только он ослабнет, вопрос о политзаключенных встанет ребром, и это всегда было с крушением авторитарных режимов. У вас там дальше несколько вопросов, поэтому еще раз, один вопрос в одни руки. Джордж Харрисон, как вы относитесь к мысли о том, что то, к чему сейчас пришла Россия, было запрограммировано в 90-91 годах? В частности, Владислав Иноземцев любит твердить об этом. Нет, я негативно отношусь к большинству комментариев Владислава Иноземцева. И, конечно, ничего не было запрограммировано. Но я вот снимаю об этом исторические циклы и буду вам подробно объяснять, что все могло реально пойти по-другому. У нас всегда был выбор. Это наш был выбор. Вот мы, россияне, сделали выбор в пользу политической пассивности в нулевые годы. А вообще так, как строилось все в начале нулевых годов, первые там 2-3 года правления Путина, могла быть демократия устойчивой. Ничего не было предопределено. Могли быть нормальные отношения со всем миром. Я стараюсь вот это объяснять. То, о чем вы говорите, я называю, не я придумал, это есть такой термин детерминизм. И это очень вредная и ошибочная, неправильная штука. Потому что детерминизм, это говорит о чем? Что если у вас люди живут в пещерах, занимаются каннибализмом и ходят, значит, в каких-то там меховых трусах, да, вместо нормальной одежды, то значит они всегда так будут ходить, потому что они раньше всегда так делали. Но вся история человечества, особенно в последние несколько сот лет, это история прогресса. Это история того, что люди находили в себе силы преодолеть вот эту вот варварскую традицию и стать более прогрессивным обществом. Я тоже вот сейчас закончим цикл про 2000-е, сниму цикл про российскую историю и вот объясню эти развилки, да. Вот, например, нас там спрашивают, а почему там в странах Балтии все цивилизованно, а вот у нас в России там, говорят, рашка-парашка, да. А вы знаете, например, что крестьян освободили от крепостного права в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии сразу после Наполеоновской войны, за 50 лет до остальной России? Вот вам пример. Поэтому детерминизм – это очень плохая вещь. Это другая сторона термина «выученная беспомощность». У вас всегда есть выбор. Более того, и 90-й, 91-й год вообще не был, как бы, никак не рисовался на горизонте, и никто его даже не прогнозировал и не предполагал, включая Владислава Иноземцева.
Поэтому детерминизм это плохая штука. Единственное последствие детерминизма это то, что он лишает многих людей веры в возможность прогресса и перемен к лучшему. То есть вот эти люди вас заколдовывают, что ничего не будет, все запрограммировано. Ничего не запрограммировано. Мы можем все изменить. Я вот, знаете, я слушал, очень неприятное было, давайте сейчас, минутка о неприятном. Было крайне неприятное выступление Бориса Акунина, которого я очень уважаю, на вот этом брюссельском форуме, где он так сказал, что да, есть какие-то сценарии, где Россия может стать хорошей демократической страной, но вообще я их не вижу, и они будут очень трудные, и скорее она будет плохой и недемократической, потому что она всегда такой была. Я тут с задней парты студент, двоечник Вова, значит, я не стал там вступать в полемику, но у меня сразу возникает вопрос к нашим уважаемым историкам. То есть вы хотите мне сказать, что если страна всегда была дикой и отсталой, то она никогда не сможет стать ни дикой и ни отсталой. Так что ли вы мне хотите сказать? Я извиняюсь. Давайте поговорим о том, что чем была Британия во времена Римской империи. Это была абсолютно убогая какая-то языческая отсталая периферия. Да? Вы посмотрите, где Британия сейчас, например. Ну и много еще чего. Читайте книжку Аджимоглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Я вообще не понимаю. Я не понимаю детерминистов, честно вам скажу. Просто как так можно рассуждать? Если у вас всегда раньше все было плохо, значит у вас и всегда все было плохо. То есть никогда не бывало моментов в истории человечества, что у тех, у кого было плохо, в итоге потом все стало хорошо. Этого никогда не было, да? Ну что за хрень? Ну, честно, вот просто. Поэтому я к детерминизму отношусь, это как бы главный враг человечества, детерминизм, который отбивает веру в будущее. Вера в будущее – это то, что двигает прогресс. Вы можете, понимаете, вот почитайте про изобретателей, там, про братьев Райт или про Маркони, да, сколько они помучились, чтобы что-то вот изобрести и довести до какой-то кондиции, сколько они сломали там всего, а сколько было неудачников, которые пробовали. Да? Вот. И в итоге у кого-то получилось, потому что была вера. А если бы они рассуждали, хрен его знает, что там с другой стороны Атлантики, там стоит туда плыть или нет. У Колумба вот были моряки, которые за несколько дней до открытия Америки пытались его развернуть обратно. Говорят, видишь, мы все плывем, там нет ничего. Да? Какой смысл? Поэтому вера в будущее – это важная история, которая меняет человечество к лучшему, а детерминизм – это плохо. Сарацения пситочина. Спасибо большое команде Навального за возможность участия в акции на его день рождения. Я выходил в России. Огромное вам спасибо за это. Ко мне подходили незнакомые люди и говорили спасибо. Это было важно и мне, и им. Правда, через несколько дней меня все-таки задержали, но появился вопрос. Как понять, полицейский, который составляет протокол, действительно дружелюбный, или он играет в хорошего копа, чтобы выведать у меня побольше сведений? Я думаю, что будет правильно, если вы будете брать за базовое предположение, что он играет. И действовать исходя из этого. Если он и правда хороший, это будет просто хорошим бонусом. А если он в итоге все-таки плохой, то вы будете подготовлены. Поэтому здесь, мне кажется, простой ответ. The Special One. А зачем Путин постоянно ведет разные бессмысленные геополитические авантюры, такие как поддержки всяких диктатур? Сирия, Венесуэла, страны Африки выкачивают деньги из России, сильно ухудшают отношения с Западом, пользу ноль. А Путин считает Запад экзистенциальным врагом. И он действует по принципу «враг моего врага – мой друг». Вот так объединяются все автократии мира. Они часто, у них плохие отношения друг с другом, но ненависть к демократическому Западу сильнее. И поэтому они действуют сообща. Например, у той же России с Ираном такая очень... Иран сейчас главный военный союзник, который поставляет России дроны и так далее. Да? Вот. А когда в Иране случилась исламская революция, то Хомейни, основатель вот исламистского Ирана, он говорил, что Соединенные Штаты – это большой сатана,
А наша страна, СССР, это малый сатана. Причем не из-за коммунизма, а вообще. Да? Вот, поэтому, но тем не менее у них вот такая дружба и жвачка, потому что они ситуативно хотят уничтожить демократический миропорядок. Поэтому все диктаторы сотрудничают друг с другом. Старик Кабаев, спасибо вам за вашу работу, свободу политзаключенным. Согласен, кстати, шикарный совершенно был вчера телемарафон, который устроили все независимые телеканалы, где собрали там, я вчера помню вечером, 3-4,5 миллиона на поддержку политзаключенных. Эта цифра наверняка сегодня еще увеличилась, потому что счет для донатов работает. Вот отличный пример гражданской солидарности и поддержка моего тезиса о том, что у нас далеко не все так плохо в оппозиции, как об этом говорят. Вот смотрите, сколько людей объединилось для хорошей цели, и это сработало. Итак, вопрос. В спорах с людьми, которые не верят в путинскую агрессию, часто звучат такие фразы, как «Киев – мать городов русских» и «Киевская Русь», пытаясь доказать, что Украина – это Россия. Как отвечать на подобные аргументы? Ну, вот надо больше истории, конечно, людям рассказывать. Это была именно Киевская Русь. То есть вот этой Российской Руси, когда была Киевская Русь, она была в Киеве. Вот этой Российской Руси, ее, в общем, не существовало в то время, и она появилась только потом. То есть, ну так, если, знаете, упростить совсем, то, в принципе, вот Украина, как бы вот в современных ее границах, она появилась там типа раньше, да? А здесь были какие-то вот там условные племена. Но это я очень упрощенно говорю, это, конечно, сложный исторический разговор. Кстати, знаете, у нас, я так вижу, что в нашей там, российской истории, да, в том, что, да, мне сложно это называть исторической наукой, скорее вот псевдонаука под влиянием Кремля, там формируется какое-то представление, что была, кроме Киевской, какая-то Верхняя Русь, которая объединяла вот эти вот северные племена, типа вот Московию, да. Но это чушь все. Исторически, то есть Киевская Русь была вот сложившимся таким государством, и это все никакого отношения к современной, как таковой, России, это, в общем, не имеет. Но это надо реально очень серьезно объяснять, и не знаю, насколько это подействует на людей, которые смотрят телевизор, потому что, возможно, это историческое объяснение будет для них не просто переварить. Михаил Беленко, спасибо вам, вашей команде, за работу. Вам спасибо за поддержку. Совет по странам, где антивоенно настроенные россияне на данный момент могут переждать нелегитимное правительство в России. Я программист, проживаю в королевстве Таиланд, но есть проблемы с легализацией пребывания в будущем. Напишите мне, все страны ЕС выдают Digital Nomad визы только из посольства РФ, а возвращаться не очень хочется. Есть разные варианты. Было ли обсуждение в Брюсселе? Да, конечно, было. Напишите мне в личку, я, может быть, вам дам совет, потому что я не могу говорить, вот такая страна X дает визы всем, потому что мне стримы мои смотрят, мне тоже позвонят из страны X и говорят, ты что, дурак, что ли, что ты творишь, да? Типа, мы не подписывались, мы вообще никому не даем, мы не хотим рекламировать, что мы тут как-то это открываем врата для толп мигрантов. Ну и если я назову, мне все кинутся, значит, типа, помоги с визой в эту страну. Давайте лучше в индивидуальном порядке. Величайший геостратегический тактик император, имеет ли смысл покупать акции российских компаний с расчетом купить и держать на долгую перспективу? Нет. Вообще забудьте. Там, ну, типа, речь о том, что когда-то война кончится и так далее. Там уже будет другой состав компании, все поменяются акционеры, вас, как миноритарного, кинут 580 тысяч раз. Ну, что это, не было, что ли? Так, поэтому это будет совсем другая конфигурация акций через 10-15 лет, поэтому нет, не надо. Уралец Стрельников. Спасибо за интересный канал, особенно исторические циклы по 90-м и 2000-м. Спасибо, что смотрите. Не всегда во всем согласен. Придерживаюсь левых демократических взглядов. Это, пожалуйста, у нас diversity. Да? Почему в 90-х в России не сложилась крупной социал-демократической партии западного типа? Какую из левых партий стран постсоветского пространства вы назвали бы образцом для российских демократических левых? На какие примеры следует ориентироваться, чтобы нормальные левые силы были весомой частью политического пространства в прекрасной России будущего?
Вы знаете, это очень-очень хороший вопрос. Я думаю, что здесь роль личности в истории была очень большой, потому что если бы за коммунистическую партию России, вот, которая была наследницей КПСС, не ухватился Зюганов, а там появился бы какой-то другой лидер, более молодой, умеренный и ориентированный больше на социал-демократию, чем на реставрацию советских порядков. Ну, наша вся история могла пойти по-другому. То есть эта партия могла бы реально выиграть выборы в 96 году, избиратели бы ее не боялись, она бы присягнула новому демократическому порядку и отмежевалась от СССР. Это было примерно как вот там в Польше или Венгрии, где были Александр Квасневский или Дьюла Хорн. Они вот ровно так поступили, да. Зюганов поступил иначе. Он фактически не скрывал, что он и его окружение хотят реставрировать СССР. Это удивительное дело, почему такой социал-демократической силы не сложилось. Кстати, этим активно пытался заниматься Михаил Горбачев, и в том числе продвигать идею социально-демократической партии. Но там проблема была в том, что Горбачева возненавидели в итоге и те, и эти. То есть реформаторы за то, что он тормозил реформы, а консерваторы за то, что он развалил Союз, да? И вот он в 96 году пошел на выборы президента России вместе с Ельциным и Зюгановым и набрал полпроцента. Вот это отражало его место, да? Вот. Но вот такого типа политик, в принципе, мог бы создать новую социал-демократическую партию. Это большая трагедия, что такой партии не появилось, и что левый фланг у нас захватила вот именно вот эта вот закостенелая ретроградная КПРФ. В целом, я считаю, что здоровая социал-демократическая партия, которая признает рыночную экономику, признает прозападную ориентацию страны, но выступает за большие социальные гарантии, она была бы очень, конечно, России нужна. А какой пример из стран соседей? Вы знаете, вообще сейчас левые силы в упадке. В целом, после ряда кризисов там, и прочих там, событий, ну, их идеи поистрепались, у них дефицит харизматичных политиков. Если вы посмотрите на европейскую ситуацию, то левые силы в таком откровенном упадке. Но очень интересная появилась левица в Польше, да, то есть социал-демократическая партия, которую они долго, они ушли из политической поляны, и как бы в Польше долго безраздельно доминировали разных оттенков правые партии, там крайне правые, правоцентристские. А сейчас вот эта левица, она какие-то неплохие позиции занимает в вопросах и, скорее всего, войдет в будущее правительство. Ну, вот посмотрим, как пойдут у них выборы. Но в целом, я считаю, что то есть каких-то вот таких прям готовых примеров бери и пользуйся, их не очень много. А скорее в скандинавских странах. То есть вот Санна Марин, премьерка, которая сейчас проиграла выборы, ну вот она лидер соцдемов, или вот шведская соцдемпартия, да. А мне кажется, на них стоит в большей степени ориентироваться. Но вообще я не являюсь врагом идеи социал-демократии, и она, конечно, очень нужна. Мне единственное кажется, что чрезмерное внимание на перераспределение ресурсов от тех, кто зарабатывает, к тем, кто тратит, это тормозит развитие. Поэтому я вот, вы говорите, вы не согласны с моими взглядами, это ваше право, но я вот все-таки считаю себя в большей степени правоцентристом, человеком, который ориентирован на то, чтобы дать людям возможности, если они хотят их реализовывать, да. Но социал-демократия нужна, важна, и нам, конечно, нужно будет строить хорошую, сильную, цивилизованную социал-демократическую партию. Вот помогайте в этом. В этом будет ваш вклад. Создайте такую протопартию на левом фланге и участвуйте в ней. Почему нет? Это была бы очень хорошая идея, и многим людям бы это понравилось. Сейчас посмотрю, сколько там осталось. Ой, какой кошмар. Мы будем до утра сидеть здесь. Пан Блэкмор, спасибо вам, Яне Люцику и всей команде за работу. Вам огромное спасибо за поддержку. Яна вот передает спасибо тоже. Как думаете, когда Пыня встретится со своим другом Сильвио, они в одном котле будут жариться? Что если к ним примкнет Александр Рыгорович? PSY, long live rock'n'roll. Да, согласен. Да, конечно, ну, понятное дело, что
анекдот, знаете, про как Путин в ад попал? Вот. Ну, Путин помер, и, соответственно, значит, попал в чистилище, и апостол Петр ему говорит, типа, давай вот ты сходишь там в рай, в ад, и выберешь там, типа, где тебе больше нравится, туда и пойдешь. А, и, ну, вы, наверное, знаете, но смешной, мне кажется, анекдот. И он, значит, один день провел в раю, там что-то все на облаках, в каких-то белых одеждах, на арфах играют, какая-то скучная херня. Вот, а потом он приехал, значит, на лифте вниз в ад, и там, значит, все его бывшие друзья-диктаторы и военные преступники. Накрыта поляна там, значит, там, бухай, ешь там, не хочу, там, девушки красивые. Подсел к ним сам сатана в один момент, значит, и, типа, выпил, поговорили там по душам и все. Ну, и его там спрашивает Петр, говорит, что выбрал? Он говорит, ну, знаете, рай, это, конечно, очень хорошо, но как-то скучно, давайте я в ад, значит, попаду. Ну, он говорит, точно, говорит, это точно или точно? Он говорит, точно, все. И он туда спускается на лифте, видит там абсолютно выжженная пустыня, какие-то, значит, эти котлы горящие, там дым, черти что-то кого-то варят там, и часть из них убирает там остатки вчерашней этой обстановки и пира. И он говорит, подождите, говорит, ну здесь же вчера было так классно, значит, была накрыта поляна, там, и мне все так нравилось, а тут сейчас какая-то пустыня, котлы, там кого-то варят в них, там что-то это не очень хорошо. А ему говорят, а понимаете, у нас вчера была предвыборная кампания, а сегодня вы за нас уже проголосовали. Мне кажется, это анекдот, который сильно отражает современную политическую реальность. Но, короче говоря, да, конечно, хотелось бы, чтобы они там побыстрее все встретились. Лиза. Россия — светское государство. Несмотря на эти конфессии, особенно РПЦ, взяли сильно больше положенного. Что вы думаете по поводу того, что в ПРБ лежит их любой господдержки и льгот? Да, у нас светское государство только по названию. В реальности не просто православие. Православие как вера — это одно дело. А вот именно институция РПЦ фактически стала департаментом государственной машины и имеет преференции, потому что участвует в идеологическом оболванивании людей. И это должно быть закончено. И отделение государства от церкви должно быть базовым принципом функционирования нормального свободного государства. Так что вы все правильно говорите. Герой 99. Два вопроса. Нарушение правил. Желтые карточки. Отвечают только на один. Благословит нас золотой порядок. Не знаю, что это такое. Вопрос первый, он же, к сожалению, от вас и последний. Современные технологии стремительно развиваются, в том числе нейросети, монополизация банков, сервисов, что влияет на цены. Не станет ли это причиной создания экстрактивных экономических институтов по книге «Why Nations Fail»? Ну и там дальше длинный вопрос. Да, это большая проблема. Недавно об этом писал вот наш кумир, зрителей нашего канала, его автора, экономист Дарна Джимоглу. Подпишитесь на его твиттер, кстати. Если вы не знаете, как найти, спросите, я вам скину ссылочку. Он недавно писал об этом, что вот вся эта диджитализация и новые технологии, считалось, что они приведут к децентрализации, а они, наоборот, создают новые, еще более сильные монополии. И это большая проблема. Это непростой вопрос, как это регулировать. Но регулировать это надо. Рыночек здесь сам ничего не порешает и так порешает, что не всем это понравится. Поэтому вот Аджимоглу там высказал какие-то свои мысли по поводу этой дискуссии. Эта дискуссия будет еще вестись. Я сейчас вам здесь и сейчас всех рецептов не расскажу, но подпишитесь на Аджимоглу, и там есть много других авторов, с которыми он, кстати, полемизирует на эту тему. Так что там целая дискуссия идет. Дискуссия это важная. А Давид Торуа, правильно ли, что мировой консюмеризм опирается на супердешевое производство в отсталых странах Южной Азии? Как изменится ситуация, когда они станут развитыми по эффекту домино за Китаем, к примеру? Опа, отличный вопрос. Мне нравятся сегодня такие умные вопросы. Мы немножко сейчас настраиваемся на философский лад. Смотрите, решение этого вопроса – это как раз развитие технологий и повышение производительности. То есть производительность универсально решает проблему. Если бы, например, там 400 лет назад, значит, вот, нужно было, там, допустим,
такой уровень потребления продовольствия, как сейчас, обеспечить всем, то при том уровне развития сельского хозяйства все должны были бы пахать с утра до вечера, и все равно жратвы бы не хватало. А люди тогда ели гораздо меньше, да, и гораздо худшего качества еды, чем сейчас. Но развитие технологий привело к тому, что не надо много народу, чтобы работало, можно много производить продовольствия относительно небольшими усилиями, и всем обеспечивается как бы нормальный уровень потребления. Ну, конечно, там не всем. Конечно, есть голод, конечно, есть недовольные, но ситуация гораздо лучше, чем там в 16 веке, условно говоря. Вот. Поэтому производительность и развитие технологий – это вот этот вот ключик, да? Когда вы небольшими усилиями можете создать много добавленной стоимости и, соответственно, таким образом улучшить жизнь всем. А если эта добавленная стоимость справедливо распределится, да, то в итоге вы для того, чтобы работать и зарабатывать, вы создадите какие-то рабочие места там людям, да, а они будут, соответственно, от вашего продукта получать какую-то часть дохода, все будут интегрально как бы нормально жить. Ну, смотрите, условно говоря, вот я все время привожу пример. Вот видите, вот эта штука, да, смартфон. Чтобы получить всю ту информацию, которую я здесь могу получить за 15 минут, в советское время мне надо было несколько месяцев или лет огромных усилий, и еще я не все бы и получил. Да. А сейчас я просто тык-тык и все. Это значит, что время, которое у меня высвобождается, я могу креативно потратить на что-то другое и создать новую стоимость. Поэтому, мне кажется, вот история с развитием Азии как территории, где использовался дешевый рабочий труд, она уперлась в свой потолок. То есть труд дорожает, повышаются социальные стандарты, и эта составляющая конкурентоспособности теряется. Поэтому для конкурентоспособности нужны другие вещи. Нужны технологии, нужно образование, нужна производительность. И тогда все мы сможем, вот как бы вместо того, чтобы весь день пахать скайлом, мы сможем несколько раз что-то нажать, и всем будет лучше, у всех уровень жизни повысится. Вот что такое производительность. Поэтому это была такая дискуссия между экстенсивным и интенсивным путем развития. Да? Я всегда говорю, я когда критикую китайскую экономическую модель, я говорю, что модель, основанная на эксплуатации сверхдешевого труда, она неустойчива, она не имеет перспективы. Перспективу имеет модель, основанная на эффективности, конкурентоспособности и производительности. Светлое будущее. Могут ли в России вернуть смертную казнь? И что делать людям, если ее введут? Ну, пока не пугаться. Все-таки смертная казнь, она у нас существует за какие-то серьезные преступления. Хотя вот под госизмену ее могут подвести. Что-то Люцик жрет там бамбук, да? По-моему, да? Что-то там такое. Бамбук, к сожалению, искусственный. Поэтому ему жрать это не очень полезно. Но тяжело с ним бороться. Вы знаете, видите, они по поводу смертной казни балансируют. Они все время вот держат на столе перспективу ее введения, но не вводят. Как и со второй волной мобилизации, как и с закрытием Ютуба, как и с закрытием границ. Осторожненько, они реально боятся какой-то общественной реакции. И, конечно, я думаю, что они будут бояться ее использовать массово, потому что популярным это не будет, если они начнут казнить людей не за убийство. Как мы сейчас видим, убийство для них не проблема. Они их всех тут же отправляют на фронт, милуют и награды им дают, и хоронят с почестями. Да? Вот. А если они будут использовать казнь как инструмент репрессии, ну, я думаю, что людям это не понравится, и они это понимают. Отвечайте нам, а то мы напишем «Спортлото». Здравствуйте, Владимир, команда и, конечно же, Люцик. Привет. Являются ли технологические гиганты типа Google, Meta и Apple монополиями? Если да, то где же антитрестовское законодательство и борьба с корпорациями в духе Тедди Рузвельта? Ну вот я об этом уже говорил. Да, безусловно, являются. Борьба идет. Евросоюз с ними прям так активно уже борется. И это уже не первый год идет. Но надо активнее. Об этом идет большая дискуссия. Еще раз вот почитайте, например, Даррена Джимоглу. Он об этом много пишет. Он, кстати, книжку новую издал. Прочитаю обязательно, там про это тоже есть, прочитаю, поделюсь с вами мыслями. Наберите, новая книжка от Джимоглу. На русском, думаю, нет, еще ее
Учите английский, дорогие мои котятушки. Анастасия Танк, следите ли вы за рынком технологий и массовыми увольнениями в IT-сфере? Если да, как это влияет сейчас на экономику в США и связано ли с возможной рецессией? Не вижу, что это влияет на рецессию. Это зависит от гибкости рынка труда и от переквалификации людей на какие-то новые востребованные профессии. Они всегда будут. Поэтому вот, мне кажется, вот вопрос технологии и влияния на рынок труда – это вопрос гибкости рынка труда и переучивания людей на новые профессии. Роман Бердичевский. Используете ли вы искусственный интеллект в вашей работе? Если да, то каким образом? Я вот так вот навскидку использую. Пока, извиняюсь, использую только естественный. Но вижу, что многим коллегам помогает это. Понимаете, у меня такая штучная работа. То есть я занимаюсь каким-то оригинальным анализом и выработкой идей в области там, государственной политики, общественного развития и так далее. Да? Я не занимаюсь массовым, то есть я там не снимаю, я видео когда снимаю, чтобы вам что-то объяснить из того, что я уже знаю, поделиться своими знаниями. Мне не нужен там, например, этот чат GPT для того, чтобы генерировать какие-то ролики просто для просмотров там, или какие-то банальные тексты для новостей. Вот, в моей деятельности как бы искусственный интеллект пока вот так вот не востребован, но для аналитических целей, возможно, будет. Если я увижу какие-то хорошие инструменты, будет, расскажу. Алексей Тарасов. Может ли ЦБ воспользоваться механизмом currency pegging к доллару или к валютной корзине для поддержания стабильности курса рубля? Думаю, что нет. Ну, вот вы там приводите страны, где Иордания, там он работает. В Эмиратах, кстати, работает. И дирхам привязан к доллару. Да? Много где он работает. Нет, вы имеете в виду, может, вот эти конкретные люди или вообще надо ли это делать? Смотрите, я в целом считаю, что если говорить о будущем, в России может быть сильная экономика с сильной валютой. Конкурентоспособная экономика равно сильная валюта. Мы можем ее создать. Ну, польский злотый, вот, отличная валюта держится на крепкой экономике, да. Поэтому привязывать вот ничего ни к чему не надо. У нас как такового вот как бы там валютного кризиса я в будущем не вижу, потому что фундаментальная сила в российской экономике есть. Вот эти люди, они привязывать ни к чему не будут, потому что они наоборот, они от ликвидных валют уходят, от доллара и евро, по геополитическим причинам. А все эти юани и рупии – это не ликвидные валюты, у них нет полной конвертируемости свободной и манипулируемый курс. Поэтому привязываться к валюте с манипулируемым курсом, это такое, не знаю, это, в общем, зачем и кому это надо. К доллару они сейчас точно ничего привязывать не будут. Просто по геополитическим соображениям. Сайдер, можете ли сделать анализ бюджета России и сравнить в процентах с бюджетами развитых стран? Это могло, помогло мне переубедить предпринимателя о причинах происходящего. Я вообще делал в программе «Где деньги» на Навальный Лайф. Еще раз повторю, что это сложнее делать сейчас, потому что они засекретили детальную бюджетную разбивку, начиная с войны. Там последние эти данные есть только до 2021 года. Но, наверное, надо как-то освежить. Если хотите, могу вам эти старые ссылки прислать. А у меня даже... Ян, у нас же есть ролик на канале, по-моему, конца 2021 года, про бюджет России на 2022. Есть. Вот найдите его. Это конец 2021 года, декабрь 2021. Принят бюджет России, что в нем? Вот найдите, посмотрите. Это, собственно, последний бюджет, который был нам как бы доступен для анализа. Роман Кутнер. Как в прекрасной России будущего разрешится вопрос с Чечнёй? Смотрите, во-первых, Чечня очень сильно пострадала от радикалов и вооруженных экстремистов. Сначала она была захвачена дудаевцами, в общем, против их воли. Там это же был вооруженный захват власти силы, дудаевцы разогнали парламент там и прочее. А потом, после победы федеральных войск над дудаевцами, она была захвачена кадыровцами, которые тоже... То есть какой-то вот свободы там никогда не было. Я много общался с чеченцами. И там есть большое количество людей, которые хотят нормальной демократической светской власти. Им надо дать возможность высказаться.
Вот что чеченцы, вот невооруженные люди, значит, в камуфляже с автоматами какие-то непонятные, а чеченцы вот на самом деле, что они думают? И, возможно, под международным каким-то наблюдением, протекцией и так далее. Я лично берусь делать ставку, что если спросить большинство вот всех чеченцев демократическим путем, чего они хотят, они скажут, мы хотим демократическое светское государство европейского типа. Светское. Вот что они скажут. Вот. Но это надо им дать возможность высказаться. И первый момент, что там вот там меня многие спрашивают, что я думаю о независимости Чечни. Я о независимости Чечни думаю абсолютно спокойно. И я думаю, что большинство россиян спокойно к этому отнеслось, если это будет гарантией нормального мирного сосуществования. Да? Но я плохо отношусь и думаю, что большинство жителей нашей страны плохо отнесется к опять очередному вот этому вот вооруженному до зубов шариатскому образованию. Это никому не понравится. Да? И это будет просто угрозой безопасности региональной и международной. И это, я думаю, признают и международные акторы в том числе. Поэтому, конечно, я по поводу Чечни думаю, что нам надо работать с развитым миром для того, чтобы и там, с исламским миром тоже, чтобы не допустить превращения, искусственного превращения Чечни вот в какую-то очередную такую вооруженную до зубов непонятную шариатскую территорию. Я уверен, что большинство чеченцев выберет светский образ жизни, демократию европейского образца. И они должны получить возможность высказаться на эту тему. А, это да, это вот то, что я говорил, это вот наш выпуск про бюджет России, вы просили препарировать его. Вот мы последний, который был доступен полностью, препарировали для вас. Посмотрите этот выпуск. Это декабрь 2021 года. А есть у нас свет в конце туннеля? Или нет? Да, есть. Есть, есть, есть. Уже не так уже много всего осталось. И Сосницкий. Помню из одного из ваших видео про Чернобыль, что если бы в СССР можно было судиться с государством, то СССР бы разорился на компенсации жителям. Поправьте, если не так понял. Ну, примерно так, да. Каховская ГЭС – крупнейшая техногенная катастрофа в Европе. Осилит ли Россия компенсировать потери жизни и имущества жителям? Вы знаете, уже ущерб, нанесенный Украине, я оцениваю не меньше, чем в триллион долларов. И подрыв Каховской ГЭС, там ущерб, конечно, колоссальный, но порядок цифры он не изменит. То есть, ну, там, хорошо, триллион, будет еще там много миллиардов. Возможности есть. Из России было выведено капиталов на гораздо большую сумму. Надо конфисковать их и отдать туда, прежде всего. И вот, как предлагал Навальный, можно отдавать часть экспортных доходов на восстановление Украины, компенсацию ущерба. Это такие способы, которые избегают прямого залезания к россиянам в карман. Но платить, конечно, нам за все это дело придется. Конечно, это скажется на нашем развитии. Ну а кто это должен делать? Кто виноват-то в этом всем ужасе? Ника Анка, огромное спасибо, что вы на одном из прошлых стримов дали такой развернутый ответ с диаграммами про разные пути Сербии и Германии после их войн. Было очень неожиданно и приятно. Расскажите, пожалуйста, в какой момент времени у вас появилась полная уверенность, что Путин ужасный лидер страны и дальше будет только хуже? Наверняка хотя бы в начале его правления были мысли, что он не самый ужасный, и надежда на будущее еще есть. Ну, вы знаете, я, конечно, не знал, что все дойдет до вот такого. Но он мне сразу очень не нравился. Я еще осенью 99-го года в правительстве там... Я рассказываю вот во всех наших выпусках про эти взрывы домов. И мы это много с коллегами обсуждали, и в том числе и с ФСБшниками. И я всегда говорил, что я считаю, что это они. И я голосовал в марте 2000-го, будучи чиновником, за Явлинского. Я, например, я рассказывал про этот эпизод, ко мне первый раз пришел к моему руководству прикомандированный ФСБшник, когда я в декабре 2000 года, нам как бы всем руководителям подразделений присылали вот на ознакомление принятое новое законодательство. И нам прислали вот этот закон о возврате советского гимна. Я написал на бегунке, что я с этой дрянью ознакомливаться не буду. Мне эта колхозная музычка, значит, уже я слышал ее в детстве не один раз. Да? Я за это получил там нагоняй и
бумагу по линии ФСБ, но продолжил работать и все такое. Мне сразу это все не нравилось, но я рассказывал в выпуске про 2000-е, что мы считали, что как бы это не так важно, какой президент, потому что мы его, если что, перевыберем на следующих выборах. Выберем другого. Были большие иллюзии на эту тему. Это было глупо, но вот такое было в целом отношение, что это не самая страшная проблема. Было понятно, что он плохой человек, но он проводил либеральные экономические реформы, он обнимался с Западом много, я вот тоже об этом рассказываю. Это притупляло все. То есть было понятно, что он плохой человек, но не было ощущения, что надо вот прямо сейчас все силы бросить на борьбу с ним. Вот такого плана иллюзии были. Хотя многие, я хочу сказать, многие вот те в окружении, вот кого я видел, сразу насчет Путина очень сильно забеспокоились, что он выглядит как какой-то гад. Валет, привет. Каким образом с помощью санкций удалось обеспечить снарядный голод в российской армии? Денег нет. Денег нет. Вот и вся история. То есть производству снарядов нужны очень большие оперативные текущие ассигнования постоянно. А им вот Минфин в первые три месяца дропнул 3 триллиона. Из-за этого возник колоссальный дополнительный дефицит бюджета. И больше пока у них возможности давать им деньги на производство снарядов нету. А так-то это быстро они могли. Было бы достаточно денег, деньги перекрыли санкции. Вот и все. Да? Мне кажется, очень простая механика. Кирилл Климук, спасибо за вашу работу и ваши эфиры. Вам спасибо, но вот у вас три вопроса, поэтому я отвечу только на один. Я уже здесь говорил, что вот как бы нет, меня уже ругают за трехчасовые эфиры, видите, здесь отчехвостили, поэтому там 6-7-часовые эфиры. Это и я сдохну, и вы никому не сможете послать, да, это дело, потому что никто не хочет это смотреть. Остается ли в силе ваш старый прогноз, что примерно через год деньги у России закончатся, а больше нельзя будет спонсировать дефицит бюджета из кубышки? А можно поподробнее, что в таком случае произойдет, кроме роста цен и инфляции, сколько будет стоить доллар, скорректированный прогноз по доллару на год-два? Я не даю прогнозов по доллару. Я даю оценку, куда, в принципе, валютный курс движется, исходя из вот, соотношения рыночных факторов. Доллар очень сильно зависит, во-первых, от регулирующих мер Центробанка. Вот введут они там дополнительные там, требования обязательной продажи валютной выручки завтра. И это я не знаю, они введут или нет. Да? Это сильно повлияет на все. Введут запрет на вывод валюты за продажу активов в России. Сильно повлияет. Я не знаю, как в таких условиях можно давать прогноз на доллар. Плюс на бирже орудует стадо, которое очень сильно, вот буквально в смысле слова, которое вот топоточит вот так копытами, да, оно может вот туда-сюда кидаться. С таким материалом очень сложно работать в плане прогнозов. Я даю прогноз, что в целом рубль будет ослабевать с точки зрения тренда, потому что у него рыночной силы нету. И это в целом сбывается. Да. Что касается прогноза про деньги, закончится. Да, они закончатся, потому что уже 3-4 триллиона – это дефицит бюджета только за 5 месяцев. Это ровно половина ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. 6,8 там ликвидных средств, то есть деньги на счетах. Все остальное куда-то вложено, это его еще поди обратно достать. Да, прогноз остается, они неизбежно начнут тратить ФНБ. А последствия, мы их уже видим, они будут довольно похожие и в связи с финансированием дефицита из ФНБ, и в связи с денежной эмиссией, когда деньги кончатся. Это будет инфляция. Потому что механизм примерно одинаковый. Вы лишние деньги откуда-то вбрасываете в экономику, она перегревается. Да? Вот об этом очень подробно говорит Набиуллина сейчас, и я ее сильно цитирую в свежей сводке с Майклом Наки. Вот посмотрите, мы про это говорили, что в целом последствия вот санкций, дефицита и растрачивание ФНБ и возможного его окончания – это рост инфляции, что будет обесценивать покупательную способность людей, будет тормозить экономику очень сильно. Вот такая вот механика. К сожалению, вот остальные вопросы задавайте в следующий раз. У нас, повторю, один кусок хозяйственного мыла в одни руки. Так я поменяю стаканчик себе, у меня тут все уже выпито.
Владислав Яценко, огромная благодарность вам за ваш труд и работу, вам здоровья, много приятных слов, очень приятно, спасибо вам большое, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Вашей команде тоже огромная благодарность за труд, ребятушки, это вам и от меня тоже заодно там запишите. Я никогда не был за Путина, но, справедливости говоря, был аполитичен, что, скорее всего, то же самое. Благодаря вам я на стороне добра. Также благодаря вам мой друг не находится в кавычках ВСВО, жив, не убийца, не преступник. Нахожусь сейчас в США, и мой вопрос, как бы вам пожать руку и угостить пивком? Уверен, нас таких много. Всего вам наилучшего. Свобода Украине, Россию, Алексею и всем политзаключенным. Я очень рад, если вот ваш друг избежал, в частности, мобилизации, если я внес в это какой-то вклад, это очень приятно слышать, это лучшая награда, хотя бы если даже вот один человек, это уже значит, что я делаю что-то полезное. А насчет пивка. Вы знаете, столько просьб на эту тему от хороших очень людей, что там я не то что сопьюсь, но... Просто нет времени. Я очень-очень много работаю. То есть у меня вот на пивко... Я в основном вот пивко я пью как просто запивку к еде. Я вот не сижу просто так вот, значит, глядя куда-то и там потягивая пивко. Какие-то встречи у меня бывают, они в основном тоже носят с коллегами, там, носят какой-то рабочий характер. Вот. Нет, к сожалению, такой вот возможности. Ну, там, я надеюсь, что я вот приеду в Америку, мы как-то можем пересечься на какой-то встрече там и так далее. Но вот пивко я не обещаю. Социальный страус. Запиши тоже. Может, мы голосовалку устроим на них? Я думаю, ты выберешь. Поздравляю с наступающим днем рождения. Спасибо. Следите внимательно, да? Спасибо за ваши эфиры, вам спасибо, что поддерживаете. Как я понимаю, на сегодня социально ориентированная рыночная экономика – лучшая модель экономики, но даже живя в Канаде, я периодически вижу палатки с бездомными, особенно последние 3 года. Из-за этого ряд моих друзей-канадцев ругают капитализм. Как так получается, что даже социально благополучная страна, как Канада, не может полностью искоренить проблему бездомных? Ну, есть проблема в Оттаве, конечно, с этим огромные трудности. И дело не в капитализме. Например, вот ну, на Кубе, там, ну, может, их, они есть, не то, что вот ты не видишь прям вот бездомных, да, в таком масштабе, как в Вашингтоне или в Оттаве. Но там люди ужасно живут. То есть вот бездомных нет, но все дома рушатся, народ нищий. Любой кубинец, с кем ты не начнешь говорить, через минуту тебе предложит там сигару продать или как-то из тебя денег будет пытаться выцегнить. Да? Ну, вот такое. То есть в капиталистических обществах есть возможности для людей. В чем, к сожалению, трагедия развитого социализма? В том, что в нем возможностей нет. Если ты в мышеловке, то ты в мышеловке. И ты вырваться никуда не можешь. Заработать себе не можешь. Тебе вот типа... минимальные социальные гарантии, типа булочка за 3 копейки, да, типа какая-то минимальная зарплата инженера в 162 рубля, на которые ты можешь только типа дотянуть, значит, до смерти, да, максимум, и никогда ничего не увидишь и не сможешь. А у тебя бесплатная медицина, где стоит, значит, стоматолог с неоцентрованным вот этим сверлом, который тебе раскрошает все зубы за секунду, да, но бесплатно. Вот, ну как бы, вот посмотрите, у меня есть серия вот в цикле про Советский Союз «Концлагерь твоей мечты», про бытовуху во времена развитого социализма. И понимаете, вот когда я вот это вспоминаю все это, мне не кажется, что вот наличие там каких-то проблем в свободном обществе – это хуже. Да, есть бездомные, да, в той же Канаде вот сейчас там некий кризис в сфере медицины, да, хотя она там гораздо лучше, чем в Штатах. Но это решаемые вещи демократическим путем. И проблема бездомных тоже, я уверен, решаемая. А вот развитый социализм – это жопа, дорогие мои товарищи телеслушатели, поэтому лучше, к сожалению, как Черчилль говорил про демократию, что это очень плохая форма правления, но все остальные еще хуже. Такая же история с капитализмом. Вот ровно абсолютно такая же.
«Люцик света в темном царстве». В одном из эфиров вы говорили о своем личном бюджете, говорили, что не инвестируете деньги, не имеете сбережений. Стало интересно узнать, почему был сделан такой выбор, вопреки популярному мнению о том, что нужно создавать финансовую подушку и инвестировать для получения пассивного дохода. Смотрите, я всю жизнь наблюдаю за этими людьми, которые создают финансовую подушку. Они во всем себе отказывают и в итоге живут довольно, знаете, есть слово miserable в английском языке, оно не имеет стопроцентно точного перевода на российский, на русский, да, вот, но я очень много видел, как вот эти люди, которые создают финансовую подушку, они во многом себе отказывают. А люди, которые много зарабатывают и имеют возможность откладывать, они часто теряют, потому что бизнес по зарабатыванию больших денег – это очень рискованный бизнес, где вы часто можете много потерять. Вот. И я таких историй вижу постоянно, да? Когда люди вроде инвестируют, у них все хорошо, а потом бац, кризис, они там все теряют. То есть вот это вот как бы такие вот спекулятивные вложения – это тяжелая такая рискованная история. А откладывать все время, это значит себе отказывать. Я, когда я говорю, что я инвестирую в себя, я инвестирую в свое хорошее самочувствие от жизни, которое мне дает возможность заниматься творчеством и себя развивать. Я когда-то понял, насмотревшись на своих родителей и людей вокруг, что я не буду так жить, чтобы все время откладывать, но иметь финансовую подушку. В советское время это называлось омерзительным словом «копить». Это был такой официальный народный термин – копить. Сколько ты накопил? Это считалось мерилом социального какого-то статуса. Да? Я не хочу копить. Я достаточно конкурентоспособный человек, я всю жизнь над этим работал, чтобы быть востребованным. У меня нет вот, у меня даже вот как бы работы нет в привычном понимании, у меня есть куча заказов от разных людей, которые хотят, чтобы я им что-то сделал. Я всегда буду востребован, потому что я всю жизнь инвестировал в себя и в том, чтобы быть человеком разнонаправленных взглядов и широкой квалификации в разных вопросах. Да. То я много этим занимался, чтобы в разных вещах иметь квалификацию и понимать, что там происходит. Вот, поэтому я всегда заработаю. И, соответственно, типа, если я буду, например, откладывать и в чем-то себе отказывать в нормальной жизни, но у меня будет какая-то сумма. Я помню все предыдущие кризисы и понимаю, что я гарантированно ее потеряю в какой-нибудь очередной обвал чего-нибудь, да. А потому что невозможно все время сидеть и высчитывать, во что инвестировать, чтобы не потерять. А так, зато я прекрасно себя чувствую. Я объездил там полмира. Хорошо понимаю в том числе, как все устроено в разных странах, да. У меня нет внутреннего ощущения, что вот есть что-то такое, что я всегда хотел, а я в этом себе отказывал. Моя жизнь достаточно интересная, развитая, и я вот на это трачу свои деньги. Да? Я могу даже какие-то личные деньги потратить, чтобы съездить на какую-то интересную конференцию и поговорить с интересными людьми, потому что это меня как-то обогащает. Я мог бы их отложить и копить, да? Но я действую вот так. И честно сказать, я прекрасно себя чувствую и ни о чем не жалею, хотя действительно у меня нет финансовой подушки. Но если мне нужны будут деньги, это значит, что я работаю по принципу, я беру не все заказы, которые мне обращаются там, за консалтингом там, или чем-то, потому что у меня просто нет времени и возможностей. Если мне надо будет еще больше денег, я просто побольше заказов возьму. Вот примерно так это работает, там есть люфт. Это все потому, что я много инвестировал в себя, в самообразование, в повышение квалификации, расширение кругозора. Поэтому я являюсь, там, без преувеличения, достаточно уникально востребованным специалистом. Люди хотят там, мое мнение, мою консультацию за деньги. Да? Вот, поэтому, вот это вот результат вот этого самообразования и как бы самоощущения, вот он в этом. Да? Что мне не нужна вот эта финансовая подушка, мне не нужно чего-то себя лишать, чтобы значит, вот иметь там какие-то деньги где-то вот в банке, там, в стеклянной, трехлитровой. Или под подушкой, да. Вот примерно такая философия. Я никому ее не навязываю, но в моем случае она была достаточно успешной. Я никогда ничего не потерял ни в какие кризисы, ни в 91-м, ни в 98-м, ни в 2008-м, да.
А я видел людей, у которых была такая хорошая, большая, толстая финансовая подушка, и они все потеряли. И потом тыкались, бегали носом, значит, в стенку, и ничего у них не получалось. А я продолжал заниматься вот своей такой фигней. И не считаю, что это было безуспешно. Кот Компот спрашивает меня. Насколько собрания по типу недавнего в Брюсселе считаете полезными? У меня огромный скептицизм, чтобы тратить время и силы на разговоры. Вы не правы, я объяснял. Вот про разговоры я ответил. У меня был большой блок в начале вот передачи как раз про этот брюссельский форум. Разговоры – двигатель прогресса. Если умные, работоспособные люди разговаривают, им разговор помогает принять лучшие решения. Практически. Там было мало людей, просто балаболов. Были, но мало. Там было много людей, для которых этот разговор стал как бы блюпринтом к каким-то полезным дальнейшим вещам, которые они будут делать. Поэтому я вот это все объяснял. Я не считаю, что нужно как-то раздувать ожидания. Вот по поводу этой встречи были очень раздуты какие-то ожидания. Это неправильно. Но, с другой стороны, она была полезной, она много чему помогла. Я объяснял, чему. Пересмотрите начало нашей передачи. Призывы развалить страну, создать народную республику в Белгороде максимально отталкивает. Я с этим согласен, но это вот где-то на периферии. То есть нету какой-то консолидированной позиции, чтобы создать народную республику в Белгороде. Ну, кто-то вышел, ну, звезданул. Ну, вот, понимаете, демократический процесс, он такой, что вот ты вот сидишь в парламентской республике, в парламенте, и периодически люди говорят такое, что у тебя вянет там не только уши, а все остальное тоже. Ну вот демократия, как говорил Черчилль, там очень неудачная форма правления, но самая лучшая из всех остальных. Ника Ани, Владимир, поздравьте меня с днем варенья, мне 35. Поздравляю, отличный возраст. Вопрос. Вы говорили, что если было бы в легионе РДК было 1010, мы могли бы с ними начать освобождать Россию. То же самое говорил Лев Гудков. Не, я такого не говорил. Им, в свою очередь, для расширения нужны деньги и медиараскрутка. Можем ли мы с ними связаться, активно им помогать? Да в том-то вся проблема, что я много раз рассказывал, что у меня есть ряд знакомых в России, очень достойных, физически крепких людей, которые я знаю. Они с самого начала полномасштабного вторжения, вот в феврале 22 года, начали обращаться к ним и сами писать, и меня просить выйти на этот легион. Им никто не ответил, вообще никто. Ноль. То есть для меня это чисто бутафорская история. Если бы там было 10 тысяч, если бы докабы, то во рту бы выросли грибы. И это был бы не рот, а целый огород, как говорит русская, значит, народная мудрость. Я говорю другое про РДК. Я говорю, что у них разрыв между их пафосом. Мы вот, значит, вооруженным путем все захватим, а вы занимаетесь болтовней. И реальными действиями их там максимум рота или две. И максимум, что они сделали, пришли, побузили в паре деревень. И все. Никакой, я слышу, вот они возьмут Белгород, вот они возьмут. Я говорил другое. Я говорил, вот возьмут Белгород. Вот тогда посмотрим. Пока что я вижу, что там пафос на миллион, а достижений вот где-то вот там, не знаю. Сами меряйте, насколько это вот монетизируется такое. Поэтому разрыв надо сокращать. Пафоса меньше, действий больше. Будет близко действие к пафосу, тогда поговорим. А то это, знаете, был такой прикольный советский мультик, наберите, он есть в Ютубе. «Отдам, когда ограблю банк». Чувак ходил по городу, у всех занимал деньги и говорил, ну вот ограблю банк и отдам. Ему уже из этого, он уже столько у всех назанимал, что ему уже из этого банка выносят деньги, говорят, ну чувак, бери, сколько можно уже, хватит там, да. Вот, и ограбление по-итальянски, по-моему, это называлось. Вот это примерно такая история. То есть, мне кажется, что с этими всеми русскими формированиями вопрос простой. Что там результатов гораздо меньше шума, который вокруг этого производится. И вам запудривают мозги. Вы считаете, что это какая-то реальная альтернатива. Одна рота, даже две, и рейд в несколько деревень – это ничего. То есть вот мы здесь с вами за последние три часа делаем более важные вещи, чем рейд в несколько деревень. Вот и вся история. Поэтому думаю, что слишком много разговоров вокруг этого. Not your concern. Считаю вашу версию подрыва Nord Stream не вполне убедительной, и при том развале вооруженных сил спецслужб,
которые мы наблюдали, очень трудно поверить, что они способны провести такую сложную операцию, да еще незаметно, при этом, как теперь известно, сидя под колпаком американской разведки. То, что вы говорите о возможностях, еще в большей степени применимо. Большие разрушения говорят скорее о том, что подрывались запасом, не зная точных параметров трубопровода. Вы вполне можете не верить в мою версию, но я говорю о другом. Что любое расследование Nord Stream должно начинаться с вопроса, где были вот эти конкретные суда Балтфлота с кранами, мини-субмарины, водолазами, все это у них есть. У них было все для подрывов, и они были там в момент подрывов. И они самая вероятная как бы, кандидатура на подрыв, потому что они хорошо знают трубы, у них есть мотивация и так далее. Ответьте на этот вопрос. И тогда мы обсудим, значит, как могли впихнуть там, все оборудование, роту водолазов там, и тонну взрывчатки в яхту «Андромеда», например. Пожалуйста, я готов это обсудить, но вторым вопросом на нашем партсобрании. Мне не надо разговоров, убедительная моя версия или нет. Я не требую ни от вас, ни от кого бы то ни было оценок. Я требую другого. Объяснить, что там делали эти суда, и предоставить по этому поводу полную информацию. Вот и вся история. Пока этого не будет сделано, эта версия остается приоритетной. Все эти разговоры там, там способны они провести, не способны. Технически они способны. У них есть отряд глубоководных водолазов, краны, мини-субмарины с захватом. Все, суда были там в тот момент. Ну все сходится. Доказывать надо обратно. Это не я должен доказывать свою версию. А поскольку теперь установлено, что они были там, фотки есть. Прямо в этом месте. У датчан есть фотки, как там эти суда работали. Да? Вот пока российский флот не объяснится за эту тему, все другие версии я считаю второстепенными. Вот и вся история. Убедительные, неубедительные, это я не соревнуюсь в убедительности. АТ. В связи с прошедшими выборами в Турции и победой Эрдогана, в скобках, не везет вам на предсказания на выборы. То есть Байдена я зря предсказал, да? Вот. Или там, я не знаю, Макрона. Интересно, спасибо. Вот мне очень нравится, что выдирают всегда одно какое-то несбывшееся предсказание, при том, что там дохера сбывшихся, но их дисконтируют. Просмотрите, пожалуйста, весь канал и поставьте галочки, где мои предсказания на выборах сбылись. А потом, значит, поставьте тех, которые не сбылись. Я могу вам сказать соотношение, но будет лучше, если вы сами посчитаете, прежде чем делать широковещательное заявление. Что по итогу вас, кажется, помогло ему таки вытянуть результат, раздача денег, админресурс, второй кандидат оппозиции, раздражитель. Ну, короче, вопрос, почему выиграл Эрдоган. Я очень подробно это объяснял вот в стриме на Навальный Лайф 28 мая. Прям там я целый час рассказывал, почему, на мой взгляд, получилось так, что он все-таки смог выиграть. Мария Вьюшкова, если я правильно почитал фамилию, которая по латинице написана. Я бурятская антивоенная активистка. Мой вопрос касается вашего видео от 3 февраля. Распадется ли Россия на части? Там вы приводите аргумент, что независимость национальных регионов невозможна, так как во многих регионах преобладает русское население, а русские не хотят отделяться от русских. А не кажется ли вам, что использование таких аргументов в широкой общественной дискуссии может посеять межэтническую напряженность? Спрашиваю, так как уже замечаю такие признаки вокруг себя, ваше видео вызвало резонанс, ну и так далее. Говоря о том, почему национальным регионам не стоит отделяться от России, стоит перейти от риторики «куда вы денетесь?» к риторике «мы вам предложим такие условия». Длинный очень вопрос. Смотрите, у меня никогда не было риторики «куда вы денетесь?». Но есть такое понятие «to sustain independence». Почему Гренландия не отделяется от Дании? Вот почему? Это фактически самостоятельное государство. Почему оно не отделяется от Дании? Потому что оно говорит, а вы субсидии нам сохраните несколько миллиардов в год, потому что мы без них существовать не можем. Дания говорит... Я там, хотите независимость, давайте обсудим. Ну, простите, а почему, если независимость, мы должны вам субсидии? Это может быть оскорбительно для национальных чувств гренландцев, но это факт. Понимаете, какая история, да? Это факт. Такая же ситуация с Фарерскими островами. Но жители Фарерских островов, они вообще говорят очень так
прямолинейно, значит, без обиняков. Они говорят, вот если мы найдем нефть, то есть будет чем себя содержать, мы сразу отделимся. А пока не найдем, значит, вот там типа посидим еще так. Поэтому здесь это вопрос. Провозгласить независимость – это одно. Обеспечить устойчивость независимого государства, самостоятельную экономику – это совсем другое. Я не говорю о том, что типа вы никуда не денетесь. Я абсолютно нормальный. Это как бы ваш выбор – отделяться или не отделяться. Да? Вы, например, можете отделяться в рамках каких-то компактных регионов проживания. Не обязательно вот все эти административные границы соблюдать. Там, как хотите, да? Первый вопрос, что независимым государством сложно бывает обеспечить самостоятельность экономическую, и это является реальным препятствием для независимости очень часто. А, например, это была одна из причин, почему шотландцы на референдуме 2014 года проголосовали за то, чтобы остаться в Британии. Хотя отношение к Британии там хуже, чем вот вопрос, там, желание стать независимым. Почему? Потому что стремление к независимости есть, но есть и понимание, что вот обеспечить ее в финансово-экономическом плане очень сложно. Такая тема будет, безусловно, и когда будет появиться возможность выбора у российских регионов, то будут горячие головы, которые скажут, черт с ним, будем есть крапиву-лебеду, но все равно от этой рашки отделимся. Будут такие, наверняка. Вот это, значит, одна модель поведения. Другая модель поведения, люди будут взвешивать и понимать, что ну сложно это дело обеспечить, поэтому вот при всем том прочем, ну нету четкого пути к устойчивой какой-то независимости. Вот я говорю об этом, и я совершенно не говорю о каких-то конкретных народах, там, хотите самоопределение независимости, пожалуйста. Я говорю о другом. Я говорю, что, во-первых, к сожалению, вам это может не нравиться. Это, по вашему мнению, может возбуждать межнациональную напряженность. Но это совершеннейший факт. 81% населения Российской Федерации – это этнические русские. 81%. И они друг от друга отделяться не хотят никуда. Они хотят жить в едином государстве. Это факт. Вот вам это может нравиться или нет, но вот они не хотят ни в какую независимость. Поэтому я всегда говорю, что когда там типа вопрос развала России, я в этом видео, собственно, объясняю, что СССР был сильно мультиэтническим государством. Там русских было только половина. Было много советских республик, где русские были меньшинством, а доминировал соответствующий этнос. Но это отдельный разговор. А территория России, которая занята этническими республиками, где большинство населения не русские, это 2,5%. 2,5%. Если к этому даже прибавить Бурятию и Башкирию, где номинально вот башкиры и буряты в меньшинстве, ну хорошо, даже если прибавить, это меньше 6%. Даже если они все отделятся, это не развал России. Это не развал России. Россия, где более 80% населения это русские, да? Развал России – это развал страны на государство, где доминируют этнические русские. Несколько независимых русских республик. На это нет никакого запроса. Вот об этом я говорю. Если отделятся все этнические республики, развала не произойдет. Чуть-чуть территория просто уменьшится и все. Это не развал. Вот что я объясняю в своем видео. Я по поводу комментариев на моем видео, я, кстати, вижу, что многие люди здраво восприняли мои аргументы, да? Но я хочу сказать, что там вот я видел все комментарии, моя оценка. Вы имеете право на свою оценку, а я вот имею право на свою. 99% комментариев к моему видео негативных, которым что-то там не понравилось, они не согласны. Это комментарии не к моему видео, не к тому, что я говорю, а к каким-то интерпретациям. Типа вот, например, как вы, соответственно, пишете там, куда вы денетесь, да? У меня нет ничего такого. У меня нет формулы, куда вы денетесь. У меня есть формула обеспечить независимость сложно. Многие страны, даже вот которые стали независимы, испытывают с этим большие проблемы. Финансово-экономическое обеспечение независимости – это сложная история.
построить сильную независимую экономику сложно. Вот вам пример из бывших советских республик, яркий, например, Молдова. Там не зря очень много разговоров ходит об объединении с Румынией. Ну и, кстати, вот, прошу прощения, евроинтеграция для них это один из путей, да, вступления в общий рынок. Потому что Молдова самая бедная страна Европы. И пока успешную экономику вот построить не смогла. Я надеюсь, что реформы и евроинтеграции помогут это сделать. Но вот вам пример. Да? Поэтому я совершенно не говорю, куда вы день. Мне вообще все равно. Мне все равно. Я просто объясняю, что вот куча сил тратится и языков стесывается на эту тему развала России. Нету никаких условий для развала России. Вот я пытаюсь это объяснить. Это бессмысленная тема, ее надо закрыть. Реально, вот мне правильно пишут, там люди пугаются, там, когда начинаешь об этом говорить, начинают думать, что там оппозиция хочет как-то искусственно Россию там расколоть, там, долотом каким-то, да? Нет, не хочет. Вопрос самоопределения этнических республик, пожалуйста, самоопределяйтесь. Но я очерчиваю просто некую общую картину и говорю, что тем из них, кто, например, в глубине российской территории находится, а как они, например, как они там смогут создать общую экономическую зону с тем же Евросоюзом, когда они на многие тысячи километров где-то внутри Евразии там, да, и окружены российской территорией? Ну вот как, да? Понятное дело, что это такая плохо решаемая задача. Как они будут, транспортные коридоры, вот, значит, типа у них наверняка с, окей, там, даже если Россия развалится на части, будут какие-то там российские республики, там, уральские там, и прочее, да? Но им будет надо с ними решать вопрос там, доступа к портам, какого-то транзитного трафика товаров, да, людей. Потому что они внутри, и у них нет выхода к другим границам, нет выхода к морю. Вот я об этом говорю. Таких случаев есть масса примеров, например, в Африке, да, когда после там, деколонизации страны становились независимыми, у них было много таких проблем. Много таких проблем. Вот та же, например, Центральноафриканская Республика, одна из причин, почему она такая адски бедная, потому что она вот landlocked, да, такая страна, не имеющая свободного выхода к морю, там, и много еще чего. Вот, поэтому это не такая простая история. Вот одно там дело провозгласить, вот мы не любим там русню и отделимся, да. А физически там, создать успешное государство, ну вот Чечня попробовала отделиться, она не смогла. Она не смогла. Дудаевская Чечня и там Шариатская, Басаевская Чечня, это не было успешным государством там ни разу. И там даже и без всякой чеченской войны я не думаю, что у нее было успешное будущее в таком виде. Ну, это факт, это просто вот реальная история из жизни. Поэтому я рассказываю в своем видео, я рассказываю сложную историю, что независимость это не на каком-то там форуме в Стокгольме что-то высказать с трибуны. Это серьезная работа, серьезное дело. Советские республики в момент распуска СССР были больше к этому готовы. У них была своя хозяйственная система, у них была протогосударственность, даже частично признанная на международном уровне. Здесь ничего этого нет. Выхода к транзитным путям, выхода к морю нет. Доминируют по большей части этнические русские. А что тут, какую межэтническую напряженность? Ну, просто это факт. Ну, просто это факт. Ну, вот в Якутии, например, да, вот говорят, там алмазы, там золото, газ. Ну, так это же все в основном в южной части, там Ленск, Мирный, Нерюнгри, Алдан. Там 70-80% этнических русских в этих районах. Они даже не соединены с Якутском толком. Они больше соединены с Амурской там, областью, Иркутской и Забайкальским краем. Ну, и там все, золото, алмазы и газ там. Чиендинское месторождение в Ленском Улусе. Ну, что здесь, там 78% русских в Ленском Улусе. Он только называется Улус, да, вот, а так он район. Ну, поэтому, то есть, вот эта вот картинка, она как бы чуть-чуть оказывается другой при ближайшем рассмотрении. Это может какое-то угодно там напряжение вызывать, но вот это просто факт, да. Я объездил всю страну, я среди русских никакого сепаратизма не видел. Никакого. Русские не хотят отделяться на раздельное государство. Просто вот нигде. Ни на Сахалине, ни в Калининграде, там нигде. Калининград, может, единственная одна из территорий, которая теоретически вот может как-то самостоятельно существовать и двигаться там в Европу. Да?
Но в других местах я вот этого сепаратизма русского не вижу. Если их искусственно разделить, они тут же начнут заниматься, знаете чем? Собираться обратно в единое государство. Как это было? Вот почитайте про такой термин «югославский иррадентизм» начала 20 века, из которого Первая мировая война, собственно, началась, когда эрцгерцога подстрелили, значит, эти югославские террористы, да. Вот, будет их очумелым ручкам занятие на десятилетие собирать разрозненные русские республики в одну страну. Ну, это ерунда какая-то, просто полная ерунда. Причем она не имеет никаких оснований между собой, то есть подавляющее большинство России это русские, и они не хотят отделяться друг от друга. Поэтому если отделятся этнические республики, ну, да, хорошо, но это к распаду никакому не приведет, потому что это немного территорий. Основная территория, она вот так вот устроена. Все, это не я придумал. Посмотрите перепись населения. Заселена русскими 81%. Если вычесть из населения России этносы, у которых есть своя государственность, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, там, киргизы, то вот, собственно, российские этнические меньшинства – это меньше 15% населения. Ну, то есть, даже если они все отделятся, это не будет развал страны. Развал страны – это другое. Это разделение русских регионов на отдельные государства. Но этого я не вижу, как это произойдет. Поэтому вот об этом мое видео. Цитируйте мое видео, а не всякие интерпретации и так далее. Да? Вот. У нас закончились все вопросы, да? Мы... Да, но у нас есть да. Курсников. Проводишь сам. Да, давай зачитывай, что там у тебя осталось. Социальный страус и учитель репрессивного языка и диктатуры. Все, учитель репрессивного языка и диктатуры волюнтаристским решением Владимира Милова победил в конкурсе ников. Спасибо всем, кто участвовал. Все, мы заканчиваем наш стрим. Мне уже надо будет через сколько мне надо будет вставать? Через 5,5 часов мне надо будет вставать и бежать в аэропорт. Для того, чтобы лететь дальше в командировки всякие. Но мы с вами так или иначе скоро увидимся. Большое спасибо всем за ваши вопросы. Сегодня были очень умные вопросы. Как и всегда, у нашего канала самые умные зрители. Огромное вам спасибо. И мы скоро продолжим. Завтра смотрите на моем канале видео про Патрушева. Если вы еще не подписаны, кстати, подпишитесь обязательно. И там будет много всего интересного в ближайшее время. Смотрите сегодняшнее видео про экономику с Наки. Смотрите сегодняшнее интервью мое с Евгением Киселевым. Я все там в соцсетях ссылки на это дело дам, и ребята тоже дадут. Ну и мы увидимся с вами примерно через месяц на очередном таком стриме. Здесь будет интересно. Здесь 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО, где будет обсуждаться в том числе и Украина. Мы для вас тут, для наших зрителей, готовим некий сюрпризик тоже на эту тему. Ну, короче говоря, подписывайтесь, оставайтесь на связи, будет интересно, и мы скоро снова увидимся.